Ваш чай с Мелиссой Тейси Иосифовна. Пейте на здоровье. Сколько с меня? 400, как обычно. А может быть, что-нибудь к чаю? Нет, спасибо, в другой раз. Скажите, а вы вот не думали вести скидки постоянным покупателям? Вот у ваших соседей, у них более гибкая политика. Специальное предложение ко дню рождения? Процент скидки по количеству лет? Ну, надо же им как-то клиентов привлечь. Я нахожу эту политику весьма привлекательной. Вот мне, например, скоро исполняется 79. Вы представляете, какая это выгода? А если я доживу до 100? Тогда им придется вам доплачивать. Но этот ресторан столько не протянет. А я думаю, что у них есть шансы. С такой политикой они многих ваших клиентов перетянут. А они для меня не конкуренты. Как открылись, так и закроются. Они же на месте старой пасеки ресторан построили. А все знают это место пчел. Так что были такие одни умные в 90-х. Пытались пчел с пасеки выжить. Чем закончилось? Я помню. Трагическая история. Так что волноваться не о чем. Как вам тюрбой с палтусом? Выше всех похвал. Ваш кофе. Благодарю вас. Коль, ты можешь толком объяснить, что у них там случилось? Да, думаю, алкогольный психоз случился у владельца ресторана. Звонил в истерике, кричал что-то про нашествие пчел, типа их полна подсобка. Пчел? Зимой? Ну, говорит, что покусали всех сотрудников, поели десерты, пришли снаряд. Чтобы что, чтобы пчел задержать? Я ей говорю, ну, гражданин, ну, поясните суть проблемы. Он некогда объяснять, присылайте, иначе я этого наследника найду и закопаю. Какого наследника? Так, Коль, все, я поняла. Психоз, не психоз, а сигнал был, надо реагировать. Какой там у них адрес? Ресторан «Элизиум», съезд Московского шоссе. Ну, мне как раз по дороге, я заеду. Давай. Пожалуйста. Спасибо. Олимпиада Георгиевна. И ты тут? А какими судьбами? Ну, ты же отцу все уши прожужжал этим кафе, вот он и меня тоже сюда пригласил. Его что, нет? Нет пока, но я уверена, что скоро будет. А Данил в библиотеке, ему там Левитин презент хочет подарить. Ну, так он же в свою Москву уехал. Как уехал? А вот так и уехал. А я теперь буду в одиночестве инвентаризацию проводить. А он тебе не сказал, что ли? Олимпиада Георгиевна, мне на вызов надо. Папе привет. Передам. Генрих Витольдович. Не ждал тебя, Даниил. Рад тебя видеть. У него сегодня день рождения. Я знал, что вы будете здесь. Пришел увидеться. Зачем? Узнать правду. Какую правду? Что на самом деле случилось с вашим сыном? Его застрелили на теннисном корте. Ты что, забыл? Нет, нет, я все прекрасно помню. Помню, как выносили тело. А еще я помню, что у того, кто лежал на носилках, вот здесь вот на руке была татуировка, а у Вити никаких татуировок не было. Так кого застрелили на теннисном корте? И что случилось с вашим сыном? Пройдемся. Я надеялся, Даниил, что тебе стало лучше. Все-таки больше года прошло.
Твой отец сказал, что ты выписался из клиники. Работаешь, все у тебя хорошо. Мне очень приятно, что вы справляетесь с моим здоровьем, но вы не ответили на вопрос. Vivus non vestigat mori. Не тревожь мертвых, Даниил. А то не ровен час. Загремишь опять в клинику. Кому от этого лучше? Кого застрелили на корте, Генрих Витольдович? Разумеется, моего сына. Ты это прекрасно знаешь. Ты был на похоронах. Гроб был закрыт, и я не знаю, кто там лежал. У Вити на руке была не татуировка. Это штамп-проходка. Такие ставят в клубах, на концертах. Они еще потом сутки двое не смываются. Накануне Вити был в клубе «Ракета». Вот и штамп. Да неужели? Я столько раз бывал в этом клубе, я один, и вместе с Вити, и никогда мне не ставили никаких штампов. Штамп для прохода в VIP-зону. Есть там такая закрытая зона для VIP-клиентов. Очевидно, ты туда попасть не стремился. А вот мой Витя любил понторезить, получать все самое-самое. Даниил, оставь прошлое в прошлом. Надо жить дальше. Вот я вот как-то живу. Тебя подвезти до дома? Нет, спасибо, я сам. Ну, бывай. Выдвигаемся. Диспетчер, говорит капитан Давыдова. Носилки давайте, еще надо. Давайте аккуратнее. Сейф пуст. Камеры видеонаблюдения выведены из строя. Значит, записи нет. Получается, вооруженное ограбление. Да это бандитский налет какой-то. Чего они весь ресторан положили? Слушай, ну я не думаю, что они пришли и сразу стрелять начали. Смотри, они пили кофе, ели пирожные, разговаривали, наверное. А потом что-то пошло не так, и началась бойня. Что там с личностями погибших? Так, вот этот, это Разин, хозяин ресторана. Да, на его вызов приехала. Это, очевидно, официант Степан. Буйнов Степан, 2001 года рождения. Там в подсобке в шкафчиках документы и вещи сотрудников были. Звонарев Олег. Повар его на кухне убили. Огневский Егор. Охранник. Есть разрешение на оружие. Пистолет ТТ.
А те двое из карабинов стреляли. Вот это узнаешь? Это же Пикетов. Давал показания по делу Быкова. Да, он самый. И дружок его Антонов. Только что они тут делают? А, ты не знаешь. Учеба, где они работали, отобрали лицензию. Этих всех разогнали, говорят, с подачи вице-губернатора. Ну, видимо, кто-то ей там настучал по поводу их художеств. Ну, кто был в курсе? Кто был в курсе? Талич. Ну, так что, какая версия-то? Сидели в ресторане, не хватило денег и решили его грабануть? Ну, а почему нет? Эти завалили всех сотрудников и гостей ресторана, охранник завалил их, все. Ну, а кто тогда охранника завалил? И кому помешала старушка и мальчишка-официант? Ром, ты закончил? Ага. Развлекайтесь. Дорогая, поздравляю тебя с днем рождения, желаю здоровья, счастья, здоровья. Угу. На. Савицкая Таисия Иосифовна. Родилась 15 марта 1944 года. 15-е сегодня. Ну, видать, день рождения хотела тут отметить. Отметила, ничего не скажешь. А где деньги? Денег нет. То есть как нет? Ты сам сказал, что сейф пустой. Ну нет денег, не знаю, мы здесь все обыскали, нет. Значит, кто-то еще был. Старший следователь полиции Давыдова. Здесь место преступления постороннего нельзя находить. Я не посторонняя. У меня там сын Олежек. Сын. Помогите меня. Олег Звонарев, ваш сын? Да. Где он? Он не ранен. Мне нужно его увидеть. Давайте его присадим. Где Олег? Вы просто скажите мне, что с ним все в порядке. Простите, мне очень жаль. Господи, нет, сынок, Господи, зачем мы связались с этим рестораном проклятущим? Никогда себе не прощу, Господи. Это я виновата, я, Господи. Успокоительное дайте ей и проследите. Займитесь. Сыночек. Мать повара. Что-то полезное сказала? Паш, что она может сказать? У нее только что сына убили. Ты мне что интересного можешь сказать? Ой, ну что? У нас 7 погибших, 7 огнестрел. А на месте имеем 3 ствола, 2 охотничьих саги и пистолет охранника. Угу. Из интересного. Найдено 3 гильза от патронов Ремингтон. И что в этом интересно? А то, что для гладкоствольной сайги они не подходят. Для ТТ тем более. Ремингтон подходит для чего-нибудь типа охотничьего вепря с нарезным стволом. А такого я тут что-то не вижу. Правильно. Потому что его унес с места преступления 3-й грабитель. 3-й? Да. Смотри. Антоном с Бекетовым сидели здесь. Потом началась стрельба. Они сначала убили официанта, Савицкую, а потом Разина. Охранник застрелил Антонова и Бекетова. Лика, а ты Бекетова видела? Ему всю грудь разворотило, из ТТ так не получится. Согласен. Ружейные выстрелы, причем с близкого расстояния. Получается, он застрелил не только охранника, но еще своего подельника? Кто? 3-й грабитель, Паш. Ну, зачем ему в своего стрелять-то, а? Ну, чтобы добычу не делить. Или чтобы не сдал, если его вдруг повяжут. Он пришел, увидел, что Антонов мертв, застрелил Бекетова, охранника, на кухне застрелил повара и ушел через служебный вход. Чистая работа. Ох, Лик, я надеюсь, он все-таки наследил. Я тоже надеюсь, Паш. В клубе «Ракета» прошли обыски. У завсегдатая клуба изъята крупная партия наркотиков. Задержаны сотрудники и посетители клуба.
Добрый день. Да, это Талич. Рад слышать, Даниил Андреевич. Нужна ваша помощь. Говорите. Клуб «Ракета» на проспекте Мира. Ракета, так его ведь закрыли. Закрыли из-за того, что там взяли наркодилера. Мне нужно попасть в помещение. Ага. Хорошо, сделаем. До завтра терпит? Да, да, вполне. Я вам перезвоню. Спасибо. Из тела Бекетова извлечены две пули. От патрона Ремингтон? Нет, это 12.76. В него из саги стреляли. Ничего не путаешь? Обижаешь. Это получается, Антонов уложил Бекетова, и сам же он застрелился. Выходит, что так. О, а вот это вот уже Ремингтон, образец номер 4. Охранник. Выходит, все-таки в охранника третий отдыхающий стрелял, который потом с деньгами смылся. И повара тоже. Но не Бекетова. Я не могу понять. Антонов с Бекетовым дружил чуть ли не со школьных времен. Не мог же он его убить. Ну, может, их мухи покусали. Зря иронизируешь. Покусы у них есть. Но только не мух, а пчел. И у Разина тоже, и у других сотрудников ресторана. А пчела могла укусить Антонова, и он от неожиданности больнул? Такой случайный выстрел. Может, но, скорее всего, белины объелся. Я в прямом смысле этого слова. Вот видишь? Зрачки расширены. И у Антонова тоже. Изменение слизистой. Бледность кожных покровов плюс сужение капилляров. Признаки интоксикации налицо. А укус пчелы может дать такую реакцию? Покусы у аллергиков могут вызвать отек. Иногда серьезный, вплоть до летального исхода. Такую картину может дать, например, ЛСД. О. А, так они под чем-то были? Скорее всего. Чем именно накачались, могу сказать, когда будет готова токсикология. Но для этого нужно время. Угу. Ясно. Как будут результаты, дай мне знать. Рабочая версия — вооруженное ограбление. Двое грабителей погибают на месте. Третий, прихватив все деньги из сейфа Разина, исчезает. Верно? Ага, и охотничий карабин, из которого застрелены двое сотрудников ресторана. Владельцев оружия ребята проверяют, но таких карабинов в городе больше 100. Ну, я надеюсь, до вечера управятся? Должны. Ну, тогда молитесь, чтобы хотя бы карабин был зарегистрирован. Так, что у нас есть еще на этого стрелка? Ну, отпечатки, следы, какие-то генетические материалы ведь должны быть или как? Ни одного совпадения по базе, так что... личность установить мы не можем. Что значит «не можем»? Значит, надо смочь. Связи Антонова и Бекетова отработали? Работаем, товарищ полковник. Пока ничего. Но есть одна зацепка, которую я хочу проверить. Какую? Разговор Разина с диспетчером по телефону. Он упоминает про какого-то наследника. Ну и? Ну вот я и хочу узнать, что это за наследник такой. Может, это тот, кого мы ищем. Ну так иди, узнавай. Давай, давай. И ты иди ищи. А ты им помогай во всем этом. Все, работай. Кофейку. Мне без сахара. Угу. Только у меня крепкий, имейте в виду. А мне чем крепче, тем лучше. Ну что же, Глитерия Васильевна, я по вашей просьбе кое-какую информацию собрал и уверенно заявляю, никаких проблемных наследников у Разина не было и нет. Вдаваться в подробности не имею права. А если без подробностей? Наследует ему дальняя родственница, которая прекрасно устроена и в его капиталах не заинтересована. Да и капиталов-то у Разина одни долги. Но есть еще наследник Филиппова. Пасечника. И что он? А он как раз с Разином был на ножах. Угрожал ему прилюдно. Фамилия наследника Никольский. Тут никакого секрета.
Я вам даже копию судебного решения подготовил, там все его данные. Филиппов владелец пасеки. С этим Никольским были большие друзья, оба страстные пчеловоды. Вот Филиппов ему пасеку и оставил по завещанию. А в чем подвох? После смерти Филиппова родственники его завещания оспорили в суде и выиграли. Пасека отошла им в качестве обязательной доли наследства, а они быстренько продали ее Разину. И Разин открыл там ресторан, а Никольский остался ни с чем. Mm-hmm. Ясно. Спасибо большое, Николай Николаевич. Я у вас в долгу. Ну что вы. В моем возрасте с красивой женщиной выпить кофе – это дорогого стоит. Так что это я вас, Гетерия Васильевна, должен благодарить за удовольствие. Батюшке вашему привет передавайте. Он когда-то меня здорово выручил. Папа будет счастлив. Спасибо. Здравия желаю. Приветствую. О, держите, там электричества нет, а я вас в машине подожду. Я постараюсь побыстрее. Не торопитесь. Спешить вам некуда. Спасибо вам. Не за что. Вы нас очень выручили тогда с экспертизы, так что я просто возвращаю долг.
Ну и бардак. А ты что? Решил вспомнить молодость? Хотел убедиться, что твой отец говорит правду. А, ты насчет этого? Желаешь знать подробности? Нет, спасибо. Как можно быть таким нелюбознательным, Даня? Слишком любознательные по психушкам лежат. Твой отец прав. Вивус нон вестиг от моря. Это ерунда. Знаешь, как пишут над входом в анатомичку? Морти вивос доцент. Мертвый учит живых, Даня. Здесь не анатомичка ведь. Все. Закрыли тему. Как скажешь. Увидимся! Даниил Андреевич, с вами все в порядке? Да. Да. Никольский этот держит хозяйство на выезде из города, имеет охотничий билет и зарегистрированный ствол. Значит, все сходится. Ты машину его проверил? ДПСники видели ее на съезде с Московского шоссе за час до бойни в ресторане. Ресторан от этого съезда в 2 километрах. Готов спорить, что Никольский есть наш третий стрелок. Поехали. Где вы были вчера с 12 дня до часу? Здесь я был, на хозяйстве. А кто-то может это подтвердить? Рабочие мои могут подтвердить. Да, вот у Елисеева можете спросить, оптовик мой. Он как раз в начале первого приезжал с товаром. Угу. Он у меня мед берет. Вот телефон. Карабин ваш нам придется забрать на проверку. Это займет несколько дней. Да ради бога. Я уже забыл, когда охотился в последний раз. Хозяйство все время забирает. Жень, надо проверить информацию. Еще какое-нибудь огнестрельное оружие имеется? Нет. А зачем? Ну, допустим, для самозащиты или для разрешения имущественных споров. А тут я что-то не понял. Каких еще споров? У вас же был конфликт с Разиным, верно? Был. И что? А вашу машину видели неподалеку от ресторана, незадолго до того, как там началась стрельба. Слушайте, я с этим Разиным очень крепко поссорился. Потому что он сволочь. Этот Разин, понимаете, сволочь. Только я его не убивал. Хотя, признаться, очень хотелось. Из-за того, что филипповская пасека не вам досталась? Да не в этом дело. Если бы она кому нормальному досталась, я бы только рад был. Он ведь улья под бульдозер пустил, понимаете, улья. Он не просто пасеку разрушил. Он все дело, Филиппов, 40-летний труд его под нож пустил, понимаете? Потому что филипповский мед, он не просто мед. Это уникальный продукт. Это гордость Всеславска. Таких международных призов там штук 20, не больше. И все под нож. Да его задушить был готов. Вы угрожали ему? Не знаю, может быть, и угрожал. Просто когда я узнал, не в себе был. А потом остыл немного. Ну, что в самом деле? Криком дело не поможешь. Ну, и стал думать, как бы филипповскую пасеку-то восстановить. Интересно, как вы собирались это сделать? На месте же уже стоит ресторан. И как бы и купить. Ну, как еще-то? Я же кредит взял. Я ему тройную цену готов был предложить. Ему же все равно, где ресторан свой ставить. Только вот не получилось у нас разговора. Да не кипятись ты. Ты подумай, предложение у меня хорошее. За такие деньги ты 2 ресторана купить сможешь. Так что давай, соглашайся. А если не соглашусь, то что? А? Снова пчел своих на меня натравишь? Ты-то о чем? Вот об этом. Вот об этом. Об этом я. Что думал, вот так вот просто от меня отделаться?
Запугать решил? Вот хрен тебе! Чтоб я тебя здесь близко больше не видел, понял меня? Понял, понял. Убирайся отсюда! Что было дальше? Да ничего не было дальше, уехал я. Из хозяйства я больше никуда не уходил. Значит, получается, на Разина пчел не вы натравили? Чего? Вы что, серьезно думаете, что пчел можно на кого-то натравить? Не знаю. Но откуда же они появились? Сами посмотрите. Это же убийство. Это прямое убийство. Ну кто пчел зимой выпускает-то? Подождите-ка. Так это не наши пчелы. У нас орловские в основном. Ну, у кого-то карпатки есть. А это они и меньше, окрас темнее. На кавказские похожи. Вы по фото можете породу пчел определить? А вы овчарку от баллонки можете отличить? Могу. Вот. Вот и я тоже могу. По фотографии даже. Эти похожие дешевые из среднеазиатских пакетов. Порядочный пасечник, он такие не купит. Это почему? А потому что они ленивые. И к воровству склонны. Да, все как у людей, знаете. Есть тоже с криминальными наклонностями. Они агрессивны очень. И очень опасны. Для аллергиков особенно. Аллергическая реакция, да, я слышала. А скажите, а где можно приобрести этих пчел? Ну, барыг. У нас в области несколько человек есть. А список можете составить? Могу. Ну, чего? Пообщались с Елисеевым. Ну, в общем, он подтвердил, что в районе 12 приезжал за товаром. Да и рабочие все говорят, что Никольский, как после того, как товар принял, никуда не отлучался уже. Понятно. Вот список торговцев. Нужно проверить всех покупателей, ну, скажем, за последний месяц. Хорошо, сделаем. Ладно, поехали, я тебя в отдел доброшу. А ты? В больницу скачу. Ну, с чем черт не шует? Может, и вправду были обращения по поводу пчелиных укусов. Да, были вчера поступления. Вот по скорой. Пациент с отеком квинки. Александр Калаш. А я могу с ним поговорить? Сейчас нет, он в реанимации. Он выживет? Теперь да. Повезло, что соседи вовремя скорую вызвали. Угу. Ну, думаю, к утру сможете с ним поговорить. Угу. А, извините. Сообщите, когда он в себя придет. Хорошо. Спасибо. Алло, Жень, надо кого-то в больницу из наших прислать, у палаты подежурить. Да, и найди мне все, что сможешь, на Калашникова Александра Петровича, 85-го года рождения. Давай. Калашников этот сам себя называет инвестором. Ну как, дает суды малому бизнесу под конские проценты, а потом бизнес расцветает. И он его отжимает. И с Бекетовым, и с Антоновым он хорошо знаком. За последние дни несколько раз с ними созванивался. Опа! Лик! Автомат Калашникова? Прикинь, да? Ошибся Пашка. Никакой это не вепрь, АК-74. Из него недавно стреляли. Держу пари, это наша пушка. Ну вот и наличка. Алло, пап, что-то срочное? Нет, я с работы выхожу. Да бог с тобой, какое свидание-то. С работы, я говорю, иду. А при чем тут Талич-то? Никакой он не мой кавалер. И вообще он в Москву свою обратно уехал. У меня к вам предложение, Данил Андреевич. Какое? О сотрудничестве на постоянной основе. Соглашайтесь, у нас интересно. Перспективы хорошие. Спасибо вам большое за предложение, но вынужден отказать. Жаль. Ну, если вдруг
передумаете, сообщите. Да, кстати, вас до дома подвезти? Спасибо, но меня ждут во Всеславске. В вашей квартире было найдено оружие, из которого было убито 2 человека. И крупная сумма наличными. Уверена, мы сможем доказать, что это деньги из сейфа Разина. Это мои деньги. А не Разина. Я дал ему в долг, а он затянул с возвратом. И вы обратились к Антонову и Бекетову, чтобы те смогли убедить Разина вернуть вам долг. Ребята сидели на мели. Я им предложил подзаработать чуток. Съездить со мной на разговор. Но мы не собирались никого убивать. Именно поэтому прихватили с собой карабин. Для убедительности. А потом все вышло из-под контроля. Чего вы сами-то? Я бы вам позвонил бы. Вот просто с утра дурдом из-за этих пчел. Сел! Быстро! Ключ от сейфа, живо! Давай, давай, пошевеливайся! Посидишь пока с ребятами. Я схожу в твой офис, заберу свои деньги, потом уйдем. Если будешь сидеть тихо, никто не пострадает. Плесни ребятам кофейку. Сейчас сделаю. А что кофеек-то пустой? Десерт где? Нет десертов. Пчелы. Ну как нет? У тетки вон какие пироженки. И нам неси такие. Или что, не уважаешь нас? Как я же говорю, нет больше таких пироженок. Мальчики, если вы хотите пирожных, пожалуйста, угощайтесь. Милый, отнеси им эту тарелочку. В честь моего дня рождения. Вы говорите, Савицкая угостила их пирожным. Да, сама предложила. А ее не смутило, что у вас было оружие? Она не была напугана? Нет. Я сам удивился. Но, походу, она вообще ничего не замечала. Может, она была выпившая или в маразме. У меня бабка моя, она тоже чудила, когда у нее деменция началась. Итак, вы пришли в офис Разина. Что было дальше? Бойня. Че пелишься в пыль? Или задумал че? Ну вот теперь хорошо. Теперь ты вообще ничего думать не будешь. Да! Договорились, да? Ты думал, я не узнаю, что вы заодно? Чё? Друг.
учебного входа сел в машину и быстро уехал. Надеялся, что не наследил и мне повезет. А потом меня укусила пчела. Не знаю, может, она в сумке была, может быть, где-то на одежде. Но я почувствовал, что меня ужалили. Потом уже дома мне стало худо. Задыхаться начал. В глазах поплыло. Я помню, пошел в коридор. Потом темно. Очнулся в больнице. Давыдова, слушаю. Лик, ты просила сообщить, как будет готова токсикология. Да, и что там? Ты не поверишь. Вот видишь, все хорошо. Давай, давай, давай. Никого нет, все хорошо. Иди сюда. Ну, иди. Давай, давай, мне пора. Ну, как? Ну, я пошел. Пугаешь-то? А ты вообще как здесь? Ты же в Москве должен быть. Так я из Москвы вернулся. У меня лекция же сегодня. А у вас как тут все в порядке? Ну, как сказать. Пока вы отсутствовали, у нас тут такое случилось. Вон весь город гудит. Так, и что случилось? 7 человек расстреляли в новом ресторане «Элизиум». Ну, там, где пасека раньше была. Ты вообще что-нибудь про филипповский мед слышал? Ну, слышал. Да, Гликерия говорила, что он пропал из магазинов и что без него печеньки неправильные получаются. Ну да. Так что филипповский мед, он особенный. Ну ничего, скоро пасеку восстановят. Ее же уже пытались разрушить. И что? Что? Ну, в 90-х на Филиппова наехали местные бандиты. Ну, угрожали, даже пару ульев сожгли. Ну так вот, когда они в следующий раз вернулись на пасеку, то все погибли. Серьезно? Угу. По нашей городской легенде, кто пчел филипповской пасеки обидит, тому не жить. Так что скоро этот ресторан закроют. Да? Так, а эти 7 тоже пчел обидели? Не знаю. Но вот с одной из погибших я была знакома. Какой кошмар. А с кем именно? Савицкая.
Она всю жизнь проработала в педагогическом колледже. Представляете? Она мне диплом печатала. Это ж сколько лет ей было? Даниил, ну, как-то невежливо. Ну, намекать даме о ее возрасте. Прошу прощения, я не специально. Но я думаю, что глубоко за 70. И представляете, она до конца своих дней работала... В колледже? Да нет, она давно на пенсию вышла. Но вот частные заказы продолжала брать. Ну, вычитывала там дипломы, правила курсовые. И всегда все на плагиат проверяла. А зачем вручную на плагиат проверять? Есть же программа специальная. Да Савицкая, она круче любой вашей программы. Уж вы мне поверьте. 40 лет прошло. Она до сих пор помнит, какие у меня были ошибки в дипломе. Ну, унику. Да. Ну так вот, 20 лет я ее не видела. А тут 2 дня назад приходит в библиотеку, распечатала кандидатскую, заказала вопросы языка знания и что-то села, значит, вот записывать. Ну и как вам такое совпадение? Погоди, они что, галлюциногены грибов наелись, что ли? Да, вовсе не белины, как Паша нам тут рассказывал. Вообще-то это шутка была. Доза не смертельная, поколбасились бы и оклемались. Но на беду в руках у Антонова и Бекетова были стволы. А, точняк! Ну и понеслась. Один взял, значит... Паш! Извини. И, то есть, получается, стрельба началась из того, что они под грибами были? Ага, псилоцибин дает галлюцинации. Может вызвать приступы агрессии и паранойю. Я думаю, грибы они употребили непосредственно перед бойней. В пределах получаса. Подожди, но Калашников же подтвердил, что они полчаса в ресторане были. Ну, значит, там и употребили. Рестораторы, наверное, грибы закупают на рынке у бабок. Попалась пара ложных белых. Бросили в бульон и пожалуйста. Нет, нет, они даже не обедали. Они кофе пили и пирожные ели. У тебя же в отчетах твоих это все написано. Пирожное им принесла Савицкая. Кстати, Калашников сказал, что она в тот вечер вроде бы как на веселье была. Я еще думаю, очень странно. Вот почему странно? Ну, употребила дама в честь дня рождения, ну, это как раз нормально. Савицкая принципиально не пила алкоголь, даже по чуть-чуть. А. Это есть в показаниях ее бывших коллег. Она вообще была очень строгая женщина, не терпела фамильярностей. А то, что Калашников описывает, это уж какая-то престарелая... Прости, господи, кокотка. Я хочу, чтобы ты взял ее токсикологию. Не вопрос, делаем. Угу. Паш, ты образцы из ресторана взял? Взял. Пирожные надо проверить. Проверю. Ну, граждане и товарищи, а что это у меня такие кислые? Дело о стрельбе в ресторане раскрыто по горячим следам. Калашникову будут предъявлены все обвинения. Даже он признание его есть. А вы мне тут сидите и кислыми минами настроение портите. Что-то не так? Давыдова, я опять чего-то не знаю, да? Ну, меня беспокоят пирожные, из-за которых началась перестрелка. Ну? Согласно отчету, пирожные были начинены... Псилоцибином. Да, псилоцибином. Да, начинка в пирожных — крутой замес из шоколадного крема и толченых глициногенных грибов. Да, Антонов и Бекетов были в измененном сознании, и, собственно, поэтому перестрелка и началась. Но еще есть Савицкая. Стоп, не понял, при чем тут Савицкая? Смертельная доза псилоцибина. Какая смертельная доза псилоцибина? Вы мне в отчете черным по белому написали. Савицкая умерла от огнестрельного ранения, так? Какой псилоцибин? Если бы ее не застрелили, то псилоцибин в таком количестве, с учетом ее возраста и здоровья, гарантированно вызвал бы остановку сердца в течение 1,5–2 часов после приема. Ох, хорошо, допустим. Допустим, что Савицкую, Антонова и Бекетова отравили профитролями, так? Да. Которых в ресторанном меню нет, так? Ну? А если никто никого отравить не собирался?
Может, это просто пси-сладости. Пси чего? Пси-сладости. Нормально, объясни. Грибные сладости. Так. Популярная тема среди молодежи. А если галлюциногенные грибы смешать с шоколадом, ну, привкуса практически нет. А эффект? В полный рост. Не заметишь, как окажешься в реанимации в лучшем случае. То есть Савицкая угощает двух чоповцев профитролями, после чего гибнет 7 человек. Хорошо, тогда откуда они у нее взялись? Так, стойте, подождите. Это фото с места преступления. Такая же бумага с гортензиями была в мусорном баке. Уверена, если мы проверим упаковку, то мы найдем отпечатки пальцев Савицкой. Это она принесла пирожные в ресторан. Опять же спрашиваю, зачем? Для чего? Откуда она их взяла? Думаю, в подарок получила. А поймем от кого, когда найдем автора открытки. Сама карточка и упаковка от пирожных стандартные, к сожалению. Такие в любом магазине подарков продают. На отпечатке Савицкая и официанта. Дорогая Таисия Иосифовна, поздравляю с днем рождения. Желаю до столетия счастья и здоровья. Рассматривайте этот маленький прецедент как знак уважения и благодарности. Надеюсь, ваши любимые пирожные станут для вас отрадой. Зная ваши строгие взгляды, себя не называю. Странное какое-то поздравление. Почему? Ну, вроде все правильно написано, но как-то не по-русски. А вот ты будешь пирожные отрадой называть? Думаешь, автор иностранец? Может быть. А если русский не родной, возможно, поэтому такой шрифт? Какой такой? А вариации на тему чертежного шрифта. Видишь, буквы между собой не соединяются. Ну, может, он хотел почерк изменить. Ну, или не умеет бегло писать по-русски. Ну, знаешь, как в первоклашке. Буквы уже выучили, а вот навыка письма еще нет. Кто же ей такой подарок-то мог подарить? Савицкая приехала в ресторан на такси уже с этим пакетом. Получается, ей подарок привезли домой. Так, я поеду, съезжу на квартиру к Савицкой, поговорю с соседями, может, кто что знает. С тобой поехать? Не, не надо. Заканчиваю со списком покупателей пчел. Хорошо. Я ведь здесь уже 10 лет консьержкой работаю. А ключи она мне сама дала. Я к ней иногда прибираться заходила. Ну, все-таки, знаете ли, пожилой человек, одинокий, мало ли что. А подарок, говорите, у вас на столе оставили, да? Да. Я как раз этажи подметала, закончила, спустилась, смотрю, пакет стоит, а к нему карточка приколота. А тут как раз Таисия Иосифовна сама спускается. Она сказала, кто ей подарок-то подарил? Нет, мне кажется, она сама не поняла. Но была очень тронута. Сказала, как деликатно. Человек знал, что я люблю шоколадные профитроли, и знал, что я никогда не приму презента от того, с кем я работаю. А ее не смутило, что подарок анонимный? Нет. Она сказала, это очень тактично. Таким образом, подарок нельзя будет вернуть. Что было дальше? Ничего. Она собралась, поехала в ресторан, день рождения справлять. А, подарок с собой взяла. Мухоморы. Она их от боли принимала. Мухоморы? Да. Таисия Иосифовна очень суставами мучилась. Иногда даже встать не могла. К ней медсестра приходила из поликлиники уколы ставить. Она все перепробовала. Змеиный яд, мумиё. Потом вот мухоморами увлеклась, где-то в интернете прочитала. Но в интернете чего только не напишут. Я ей тоже говорила, нельзя всему верить. Отравишься, не дай Боже. Она говорит, все есть лекарство и все есть яд в зависимости от дозы. Заваривала в термосе, с собой носила и по чуть-чуть пила. А где она их брала-то? В лесу. Летом ходила в лес, собирала, сушила и всю зиму пила. И давно она так? Да уж несколько лет. А кто-то еще про это знал? Кондратьева с третьего этажа. Она как-то увидела Таисию Иосифовну с корзинкой мухоморов. И все. Все узнали.
В этой Кондрасьевой язык как помело. Ясно. Это я с собой заберу. Хорошо. Ей тоже без надобности. Тут ведь все на помойку снесут. Родных-то у нее не было. Печально. Она, конечно, хорохорилась. Говорит, мне никто не нужен, а сама всю неделю рассказывала, что старую заказчицу встретила, которая сейчас большим человеком стала, заведующей библиотекой, а до сих пор Таисию Осину помнит и благодарна. Заведующая библиотекой? А когда они виделись? Ну, недавно, за несколько дней до дня рождения. В городе только и разговоров было, что о трупах и неизвестных убийцах. Так убийцу вроде бы нашли. Да, я слышал, какого-то Калашникова арестовали. Калашникова вообще-то казнили. А. Все подробности, когда мы будем читать песнь о купце Калашникове, Лермонтова. Ну, а сегодня у нас Чехов. И неизвестные убийцы становятся причиной психического расстройства героя повести «Палата номер 6». Прости, Лика, я действительно не знаю, чем тебе помочь. Мы с Таисией Осиповной не были близки. Ну, обмолвились там парой фраз в библиотеке. Ну, это больше светская болтовня. Поэтому я действительно не знаю, кто мог желать ей зла и почему. Говорят, она очень принципиальная была. А таких людей же не любят. Они легко на конфликт идут. Ну, вот уж нет. Савицкая ни с кем никогда не ссорилась. Она действительно была очень принципиальная, строгая, но и справедливая. Да, очень вежливая. Дистанцию всегда держала. Так что с ней было очень сложно сойтись, ну, подружиться. Ну и поссориться тоже. Странно, да? Да, очень любопытно. Угу. Вот они, красавцы. А почему не здороваемся? Здравствуйте. Лика. Здравствуйте. 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 Здрасте. Что-то не так? Ты разве не уехал? Куда? Я думала, ты в Москву вернулся насовсем. С чего ты взяла? А, слушай, я что-то перепутала, наверное. Ну, раз ты здесь, можешь мне помочь в одном деле? Вот, почитай. Так, ну, это писал не иностранец. А почему он слова не к месту употребляет? Ну, все он к месту употребляет. Просто пишет не то, что имеет в виду. То есть? Так, ну, смотри. Смотри, вот здесь он хотел написать... «Желаю долголетия, счастья и здоровья», а вместо этого написал «Желаю до столетия, счастья и здоровья». И вот здесь хотел написать «Презент», а написал «Прецедент». Ну и добавляем характерный шрифт, получаем тяжелого дислексика, прошедшего коррекцию. Дислексия? Человек с нарушением межполушарных связей, из-за которого он не распознает буквы и имеет большие проблемы с чтением и письмом. Для таких людей придумали специальный шрифт, вот такой, как на карточке. А тебе автора записки нужно найти? Да. Тогда ищи человека, который занимается коррекцией. В вашем городе вряд ли их много. Вот, я бы начал с него. Поплавский Борис Натанович, доктор наук, доцент кафедры языкознания, Всеславский гуманитарный университет. Поплавский. Знаю, знаю. Известная фигура в нашем городе. Кстати, Даниил, вы с ним чем-то похожи. А я думаю, кого ты мне напоминаешь? Ладно, Даниил, спасибо большое. Я к Поплавскому попрошу список его учеников. Надеюсь, это письмо кто-то из них написал. Ну, вряд ли он, конечно, выдаст тебе списки. Почему нет? Вопрос этики. Что-то наподобие врачебной тайны? И Поплавский очень непростой человек. На хромой козе не подъедешь. Слушай, давай я с тобой поеду. Ну, все-таки лингвист лингвиста лучше поймет. Да и если Олимпиада Георгиевна говорит, что у нас немного общего. Давай. Всем спасибо, все большие молодцы. До следующего занятия.
структурная лингвистика Гольдберга. Знакомы с его работами? Я писал у него диплом. О, вот как. Гольдберг – настоящее светило. Кстати, дал очень хороший отзыв на мою методику. А что за методика? Коррекционная. Совершенно новый подход к обучению людей, страдающих дислексией. Если интересно, в последнем номере «Вопросов языкознания» моя большая статья, там все подробно описано. Я обязательно ознакомлюсь. Буду рад с вами потом обсудить. С большим удовольствием. А, насколько я помню, после Дэвиса значимых публикаций по этой теме не было. А вы же по системе Дэвиса работаете? Пока да, но после публикации мне предложили создать свой учебный центр. Обещали выделить финансирование. Простите, два лингвиста за беседой. Катастрофа для окружающих. Вы ведь, наверное, по делу. Гликерия, ваши родители любят Бунина? Нет, это не из жизни Арсеньева. Меня в честь бабушки назвали. Борис Антонович, нам нужна ваша помощь в расследовании. А это, случайно, не по делу о стрельбе в ресторане «Элизиум»? Да. Об этом весь город говорит, такая трагедия. У меня там знакомая погибла. Вы были знакомы с Савицкой? Да, я несколько лет преподавал там, читал курс лекций в педагогическом колледже до того, как Таисия Иосифовна вышла на пенсию. Так что, можно сказать, мы с ней коллеги. Угу. Ну, тогда наверняка вы не откажете нам в помощи. Нужны списки всех, кто проходил ваш коррекционный курс. Боюсь, я не смогу предоставить вам эти списки. Это неэтично. Тем более, что многие не захотят говорить с полицией. А с вами? Пожалуй. Скажите, а что конкретно вам от них требуется? Образцы почерка и информация об их местонахождении 15 марта. Угу. Ну что же, я думаю, я смогу это устроить, только это займет время. Сколько? Ну, если все будет удачно, к вечеру, думаю, сможем со всеми связаться. Отлично, я подожду. Даша, принесите, пожалуйста, мой ежедневник. Он в учебной части, на столе. И захватите, пожалуйста, на обратном пути кофе. Придется обзвонить почти 20 человек. Кофе понадобится. Борис Натанович, я могу помочь с обзвоном? Не надо. Иди. Ну, а нас с вами ждет насыщенный вечер, Гликерия Васильевна. Ну что ж, я тоже пойду. Рад был познакомиться. Увидимся. Все-таки пришел поздравить нас с днем рождения. Прошу к столу. Таисия Осиповна угощает. Не ешь. Козленочком станешь. А я не собирался. Она не в курсе. Не порть ей праздник, а лучше сделай старушке подарок. Выясни, кто их прислал. И без меня выяснят. Кто? Твоя подруга? Очень сомневаюсь. Она не сильна в вопросах языкознания. При чем здесь языкознание? А сам как думаешь? Зачем старушка приходила в библиотеку? Доброе, доброе. А что это? Это работа, которую Савицкая проверяла на плагиат. Я сделал повторные распечатки. А что с этой работой не так?
Да, в общем-то, с ней все так. Но кроме того, что она слово в слово повторяет статью Поплавского. И подписана Левашовой Алиной Юрьевной, аспиранткой. Так ты думаешь, что она имеет какое-то отношение к делу? Я не знаю. Ну, в любом случае, я против воровства и хочу убедиться, что Савицкая не зря потратила свое время на проверку. Все. Закончил? Да. Ну, давай, не тяни, что там. Ой, к сожалению, ничего. Никто из учеников Поплавского этого поздравления не писал. Да что ж такое-то? Ты не расстраивайся, это так. Отрицательный результат тоже результат. Статистически он приближает нас к раскрытию дела. Теперь мы знаем 18 человек, но которые точно этого не писали. Осталось найти только, кто это писал. Список всех, кто покупал среднеазиатских пчел за последний месяц. Может, со списком нам повезет, а? Стой! А Звонарева, это часом не та Звонарева, у которой сын погиб? Звонарева Лариса Вадимовна? Да. Она? Как я сразу не поняла. Она тогда в ресторане винила себя в смерти сына. Я не придала этому значения. Поплавского сегодня не будет. У него по средам нет занятий. Может быть, ему передать что-нибудь? Нет, ничего не нужно. Спасибо. Скажите, а могу ли я увидеть Левашову Алину Юрьевну? А она с нашего факультета? Да. Угу. Так, Левашова. А с какого курса? Она аспирантка. Угу. Хм. Такой нет. Жаль. Постойте-ка, подождите, вот нашла. Вы бы так сразу и сказали, что она выбыла. Как выбыла? Ну, вот так, смотрите, в 2018-м поступила, в 2020-м отчислена. Это получается 3 года назад? Получается, что так. Скажите, а там домашний адрес ее есть? Угу. Улица Героев, дом 4, квартира 11. Как вы сказали, вас зовут? Талич, Даниил. Мне ваш адрес в университете дали, в учебной части. Алина Юрьевна... Ваша дочь, верно? Да. Я бы хотел с ней поговорить. А вам разве не сказали? Алиночка погибла. 3 года назад. Я прошу прощения, я не знал. А можете, пожалуйста, рассказать, как это произошло? Она была заядлой туристкой. С детства в походы ходила. Сначала с отцом, потом сама. Говорила, помогает снять напряжение. А в тот год, когда она диссертацию писала, ей особенно вырваться... Некогда было. И вот она и решила что-то вроде отпуска себе устроить перед защитой. Взяла палатку и пошла на несколько дней в пещеры. У нас за городом в каменоломне. Я даже особенно не переживала. Она с отцом эти пещеры вдоль и поперек сходила. А там обвал случился. 2 суток эти завалы расчищали, прежде чем ее найти. Мне очень жаль.
Скажите, а ее диссертация? Может быть, остались какие-то рабочие материалы? С вашего позволения, я бы хотел взглянуть. Так забрали все. Сразу после похорон. Чего вы добивались, Лариса Вадимовна? Вы хотели испортить ресторану репутацию, отводить клиентов? Вы думали, что после нашествия пчел Элизиум сразу же закроют? Может, не сразу. Лик. И сколько раз вы намеревались устраивать пчелиные нашествия? Не знаю. Наверное, столько, сколько понадобится. Довольно остроумно использовать городскую легенду, чтобы пустить о ресторане дурную славу. Это была ваша идея или вашего сына? Моя. А отправить сына на работу в ресторан к Разину? Туда он устроился сам. Нам нужны были деньги. В последнее время дела шли плохо. Вначале пандемия, потом проблемы с поставками. Едва концы с концами сводили. Ну да. А еще вдобавок открывается ресторан в двух шагах. А люди этого района не очень избалованы светской жизнью. И все, кто приходил к вам на чашечку кофе, стали проводить время у Разина. Разину был нужен повар, и мы с Олежиком решили, что это будет очень удобно. Ресторан недалеко. Он успевал и там, на кухне, работать и помогать мне в кондитерской. В 5 утра мы ставили свежую выпечку, и он потом шел в ресторан. И потом вы решили этим воспользоваться? Да. Я нашла в интернете продавца и купила пчел. Уговорила сына запустить их в ресторан. Лик. Мне кажется, я нашел, что мы искали. От этого шоколада за километр грибами пахнет. Это ваш? Нет, это сына. Лариса Вадимовна, а знаете, что это такое? Да, это шоколад с грибной добавкой для расширения сознания, как он мне объяснил. Олег делал его на заказ. У молодежи, он говорил, пользовался спросом. Я когда узнала, я хотела его отговорить, но он меня убедил, что это безопасно, никакого риска, а люди платили хорошие деньги. А пирожные для Савицкой тоже ваш сын готовил? Для Таисии Иосифовны? Да. Нет. Профитроли она всегда с витрины брала. Каждый год ко дню рождения покупала. И в этом году тоже? Нет. А в этом году день рождения она отмечала у Разина в ресторане. Поэтому вы решили ее отравить? Что? Конечно, нет. Олег бы никогда не стал. И я же вам объяснила, это безопасно. Это наркотическое вещество, Лариса Вадимовна. И оно опасно. А доза, которая находилась в пирожных у Савицкой, была смертельной для ее возраста и для ее телосложения. Этого не может быть. Вы ошибаетесь. Вы знаете человека, который заказывал у вашего сына эти шоколадки? Только имя. Он говорил про какого-то Кирилла. Олег отвозил товар к нему в клуб. Что за клуб? Где-то в центре. Я больше ничего не знаю. Мы проверили контакты Олега Звонарева. Ну? Кирилл, скорее всего, это рыбарь Кирилл Андреевич, менеджер ночного клуба «Зала» на Чайковского. На Чайковского? Угу. Ну так а что сидите? Берите оперативную группу, идите туда. И устройте им дискотеку. Ну такую, нормальную прям дискотеку. Угу. На рожон не лезь. Хорошо. Предметы есть! Держать! Нет, нет, ничего нет. Руки! Руки за спину! Пошел! Встаем! Пошла!
Давай, давай, не дергайся! Привет. Кликин? Ага. Что это у вас? Реев. Наркопритон накрыли. Поговорим? Так, вот здесь. С моих слов записано верно, мной прочитано, да, подпись. Здравствуйте. Здорово. Привет. Слушай, не знаешь, где Гликерия? Она трубку не берется, у меня информация важная для нее. Она в допроске, но это, скорее всего, надолго. Ну, я подожду тогда, пойду. Не, ну, если важно, здесь подожди. Вон стул свободный. Спасибо. Проходка, вип-зон? Да, они там вовсю веществами торговали в вип-зоне. Некоторые так перегрелись, что даже пришлось в больницу отправить, да? Так, все, уводи. Цветкова! 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 Ты Цветкова? Ну чё, еле-еле душа в теле. Держи, пиши. Фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес, а дальше в свободной форме. Где покупал вещества, у кого? Я прошу прощения, а можно сумочку вашу посмотреть? Ты не против? Ну, валяй. Спасибо. Ты пиши, пиши. Да-да. О, заходи. Кофе будешь? Нет, спасибо. Ну, как успехи? Ну, пока не очень. Рыбарь молчит, как смоленский партизан. Но я его дожму, товарищ полковник. Ой, зачем? Не надо. Ничего ты. Пусть посидит, подумает о жизни, потом сам все расскажет. Ты лучше других допроси, иди. Есть. Разрешите идти? Иди. О, Данил, а ты что тут делаешь? Привет. Вот у этой барышни есть что тебе рассказать. А еще... Обрати внимание на почерк преподавателя. Я знаю, кто Савицкой прислал пирожные. Только не говорите родителям. Папа меня убьет, если узнает про Бориса Натановича и прокол. Это вы заказали для Попласкова профитроли с галлюциногеном? Нет, я только познакомила его с Рыбарем. Там с Борисом Натановичем только начали встречаться. И рассказывала ему, что ребята берут у Рыбаря шоколад для расширения сознания. А Поплавский вам говорил, зачем он хочет познакомиться с Рыбарем? Да. Он сказал, что хочет попробовать что-нибудь новенькое. Обогатить палитру ощущений. Он так сказал. Борис Натанович, он очень прогрессивный и всегда открыт к новому, но он правда не хотел ничего плохого. Пожалуйста, не говорите родителям. Цветкова – это простая девчонка, которой Поплавский задурил голову. И наверняка не первая. Напел ей в уши, а она и рад стараться. Думала, наверное, что под грибами он ей небо в алмазах покажет. А вместо этого он старуху Савицкую накормил пирожными с грибной начинкой. Правда, не понимаю, зачем он это сделал, чем она ему помешала. Так Савицкая могла ему всю карьеру испортить. Он же эту методику, которой хвастался нам с тобой, он ее украл у своей талантливой аспирантки.
Настоящий автор – Алина Левашова, которая, к сожалению, погибла перед тем, как успела представить свою диссертацию на кафедре. Ну и сразу после похорон ее научный руководитель Поплавский пришел к ее родителям и забрал и саму диссертацию, и весь материал. Мать, кстати, думает, что у них был роман. Я же говорю, что Цветкова у него не первая. И на протяжении последующих лет Поплавский обкатал эту методику на добровольцах, понял, что она эффективная, и опубликовал под своей фамилией. А Савицкая прочитала эту статью? Да, скорее всего, на сайте университета, там публикуют целые фрагменты. И поскольку она работала с диссертацией Левашовой, она, конечно же, поняла, что Поплавский – плагиатор. И если бы об этом стало известно всем, то Поплавскому пришлось бы переквалифицироваться в управдомы. Надо же. А он-то уже собрался свой учебный центр открывать. Вот-вот. Ну и Савицкая сообщила ему о том, что собирается восстановить справедливость. Это вполне в ее духе было. Может, предложила указать настоящего автора. И пригрозила пойти к руководству, если тот откажется. Но Поплавскому ни тот, ни другой вариант не понравился. И он решил избавиться от Савицкой. Да. Он же ее очень хорошо знал. Он знал, что она любит профитроли, что она не принимает подарков. И про грибной отвар он тоже хорошо наверняка знал, потому что соседка Савицкая растрепала об этом половине города. Вот как он все, гад, спланировал так грамотно, а? Савицкую бы через сутки двое нашли мертвой в квартире, подумав, что она переборщила со своим грибным отваром. Ну, просто несчастный случай. Но своим походом в ресторан она спутала Поплавскому все карты. Угу. Мы с тобой среди учеников его искали. Оказывается, он сам дислексик. Медице курате ипсум. Врач, излечи себя сам. Поэтому он всю жизнь и занимался этим. И поэтому так за работу Левашова и ухватился. Хотел стать вторым Дэвисом. Да, это этот французский ученый, который придумал курс коррекции. Американский, но в целом да. И тоже, кстати, страдал тяжелой формой дислексии. Да, конечно, американский, конечно. Борис Натанович, мне нужно составить план заседания кафедры, а вы свою тему еще не предоставили. Обсудим это завтра, хорошо? Сейчас мне надо ехать, встреча с губернатором. Это по поводу вашего учебного центра? Да, надеюсь, откроем уже этой осенью. Борис Натанович? Гликерия Васильевна, прошу прощения, я очень спешу. У вас что-то срочное? Да, боюсь, с открытием центра придется повременить. У меня ордер на ваш арест. Руки. Руки, руки. Пошел. Вообще не похож. Кто на кого не похож? Да не важно. Главное, что вообще нет сходства. Давай, давай, вперед! Добрый день, Олимпиада Георгиевна. Добрый, добрый, Данил Андреевич. А тебе пакет. Лика заходила, тебя не застала. Вот просила передать. Тяжелый какой. Угу. Руководство полиции нашего города решило вас, Данил Андреевич, поощрить за помощь и сотрудничество. Ну, они, конечно, хотели в торжественной обстановке, ну, наградить тебя почетной грамотой, но Лика сказала, что тебе это не понравится. Ну, точно. Поэтому вот прислали в знак благодарности предмет искусства. Начальник отдела сам выбирал. Понятно. По-прежнему не хочешь узнать подробности про VIP-зону? Я и так уже все узнал. Секс, наркотики и прочий рок-н-ролл для проверенных клиентов. Выходит, что расследование Шахновича не такой уж и бред. В том смысле, что это я сына полковника Зинчука посадил на наркоту? И Зинчук пришел на корт, чтобы меня пристрелить? А ты ни при чем? А это так?
А сам как думаешь? Ты лучше всех меня знаешь, вот и скажи. Так это или не так? Твой суд был устроен надо мной, теперь будет суд для тебя. Со справедливым наказанием за нанесенный вред. Есть соображение, кто тебе мог подбросить такое письмецо с угрозами? Я даже не знаю, когда и как. Просто в сумке пока оказалось, и все. Просто оказалось? Ну да. Кто сказал, все оставляет след? Эдмон Лакар, основоположник современной криминалистики. Молодец, правильно, Лакар. В данном случае следы никуда не ведут. Есть вот пара смазанных отпечатков, но ни одного совпадения по базе. Скорее всего, это следы от случайных людей. А вот тот, кто подбросил конверт, действовал аккуратно. Да, бумага самая обычная, офисная, конверт тоже. Так что отследить не получится. Текст отпечатан на принтере. Вот отчет. Ну, то есть, фактически, кроме распечатанного текста, у нас ничего нет, так? Да. Мне кажется, Гликерия, что автор вот этого письмеца один из тех, кого ты когда-то посадила. Поэтому вот что сделай. Составь список. И в первую очередь в него должны войти фамилии тех людей, которые сидят за тяжкие преступления.
Ну или тебе подумай, кто тебя может люто прям ненавидеть. Ну не зря же он про суд пишет, правильно? Так уже, товарищ полковник. И дела в архиве подняла. Ребят проверили. Потапенко. Двойное убийство с отягчающими. Осужден на 10 лет, отбывает наказание. Борисов. Убийство с особой жестокостью. Осужден. Умер в колонии в 21-м году. Гапанюк. Похищение людей с целью выкупа. Пытки, убийства. Осужден на 15 лет без права на досрочное. Это он мне обещал на суде голову отрезать. Отбывает наказание в колонии строгого режима. Ну и так далее, всего 11 человек. Четверо из них умерло, один переведен в клинику закрытого типа, остальные в местах заключения. И их контакты и переписки проверяют. Я посмотрю, посмотрю, оставь. Гапанюк. Слушайте, так давайте мы письмо этому нашему консультанту покажем, который нам тогда... экспертизу в дипкульте делал. Талич? Талич, вот. Ну, кстати, да, почему не показать? Так, это касается лично меня. Не надо посторонних людей привлекать. Я сама разберусь. Да нет уж, Гликерия. Теперь это касается всех. О, ну и погода. Прям снегу намело. Мы вон еле дошли с Вирджинии. Да, Вирджиния? Ой, Данил Андреевич, у нас новое поступление. Займемся попозже. Я уже занимаюсь. А, уже? Ну, ты ж мой герой. Полуденный бес. Марсианские хроники. А, вторая жизнь Увы. Данил Андреевич не читал? Это интересно? Ну, пишут, что интересно. Угу. Советы по домоводству для наемного убийцы? Слушай, интересно, а куда это определить? В детективы или в домоводство? Ах, сейчас посмотрим. Вот, психологический триллер про киллера, который под видом священника едет в Исландию. Отличный черный юмор, северный колорит, небанальный сюжет. Да? А это где такое пишут? В читательском сообществе. Я для библиотеки аккаунт завел в соцсетях. Тут потихоньку народ собирается. Слушай, правда? Да они здесь прям рецензии пишут. Да, есть очень интересные ребята. Мне вот этот автор очень нравится, например. Отличные отзывы оставляет. Иерофант? Ага. Господи, как только в наше время детей не называют. А, так это сетевой псевдоним? А, ну да. Теперь же у всех в интернете псевдоним. Вот так вот и не знаешь, кто там на самом деле. Напишет тебе какой-нибудь Энтони Хьюз из графства Норфолк. Окажется, что никакой он не Хьюз. Семен Семенович Фунт из деревни Нижнее Пучеглазово. А где это? Понятия не имею. А вот это я беру себе. А я не знал, что вы Таро интересуетесь. А я, Данил Андреевич, много чем интересуюсь. Узнала тут недавно, что для профилактики деменции нужно постоянно менять увлечение и изучать что-нибудь новенькое. Вот решила изучать Таро. Между прочим, очень интересно. Ничуть не сомневаюсь. Так, ну мне все снимайте. Это вот ловчая петля. Ее используют охотники. Отец говорит, тут сроду никто не охотится, зверя нет. И петли по одной никто не делает. Долго он тут висит? Как минимум с вечера. Это еще повезло, что тело довольно-таки высоко. А тут кругом я видел собачьи следы. Бродячие псы пытались его достать, но не смогли. Следов автомобильных шин поблизости нет, а вот следов обуви, наоборот, много. Правда, с ними придется повозиться. Угу. Туристы здорово так затоптали. А что еще? А, вот. Во! Смотри. Все, что было в его карманах. Что это? Окурки от разных сигарет в пачке.
Думаю, он с друзьями курил, а пачку вместо пепельницы использовали. Или он подбирал окурки и складывал в пачку на черный день. Так бездомные обычно делают. Правда, этот не похож на бродягу. И побрит вроде чистый. А может, это отставной полицейский, который, ну, без дела так потихоньку опустился? Ну, тогда он уже лет 10 не работает. Форма старого образца. Ну, пальчики-то все равно в базе-то будут. Так, я все, убирайте! Жень, что туристы? Приехали за деревенским колоритом. Ну, там, зима, ушанки, вот эти балалайки, все дела. Сюда сказали фотографироваться, пришли, потому что снег не топтанный. Ну да, в этот лес-то никто не ходит. Это еще повезло, что они колорита возжелали. А то бог знает, когда мы этого бедолагу нашли бы. Почему никто не ходит? Ты про Всеславского мясника слышал? Услышал. Ну вот он вот здесь вот всех этих женщин убивал. Ну так это лет 10 назад. 12. Что, прости? Мясника задержали в 2011 году. А вот тут написано про экоферму. Что за экоферма? Ну, там сыроварня, козы, птицы, вот это все. А, ну так съезди туда, опроси, может, то, что видел. Окей. А что мне, туристов отпускать? Ну, пускай. А проследи только, чтобы они вот это все удалили с телефонов и из сети тоже. А бестолку, по сети вот уже все разошлось. Сколько, сколько? Часа, наверное, 3 побыли и уехали. А они куриц на всех испугали еще. Они откажутся нестись. Че, натворили что-то туристы эти? Мы же с полицией. Полиция без дела ходить не будет. Гласенька, ты что встал? Лясы тащить? Ну? Ты уже птицу накормил? Что? Давай, Зоя Михайловна, помогать на складе. Если что надо будет, у тебя спросим. Извините, она страшная болтушка. Да вижу. Ну, а ночью? Ничего не заметили. Может, вот работница ваша видела чего? Ну, работница-то каждое утро из города приезжает на автобусе к семье. А я ночью, ну, что я тут увижу? Я тут за день так набегаюсь, без задних ног лежу. Меня жена шутит. Говорит, дом обнесут, ты последний узнаешь. Ну да, у вас тут хозяйство. Ага. А жена ночью ничего не видела, не слышала. Нам любая информация полезна будет. Так о чем мы гадать будем? Пойдем жены и спросим. Пойдем, сыр, куда мы попробуем? Глаша, не спи, пожалуйста. У нас здесь случайных людей не бывает. Ну, только организованные группы туристов и закупщики. Мы сыр поставляем в городские рестораны. Ну, иногда местные заходят. Ну, там, в частном порядке. Но человека, которого нашли в лесу, среди наших посетителей точно не было. Так вы его видели? Да его фотографии во всех местных чатах. Так они даже нашу ферму во всех постах отметили. Ну, кто же мог так знать, что так получится? Так кто знал? Ну, кто. А так мы с мужем все время проводим на ферме. Вот я даже не помню, когда в последний раз в город ездила. А в лес вообще, мне кажется, никогда не ходила. Понятно. Ну. Жаль, что мы вам ничем не помогли. А возьмите с собой сыра, дорожку. А то вы даже чай не попили. Да, давай, да, давай. Да, да, точно. Да, нет, спасибо большое, не надо. Да, пожалуйста, обязательно возьмите. Пожалуйста. Вот, у нас новый сыр с пажитиком. Все мы делаем с коллегами, попробуйте обязательно. Вам понравится. Ну, вы дорожку уже сюда знаете. Мы вам скидку сделаем, как работникам органов. Ну, только из уважения хозяйки. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Глаш, что застыло? Работай давай! И волосы свои подбери! Сколько раз тебя просила убирать волосы, когда ты работаешь с сыром под платок? Ты, Глаш, давай. Ты это видел? Что это? В лесу нашли мертвое тело. Василий сказал, что вызвали Лику, значит, это убийство. Ну,
Вероятно. Ты сюда посмотри. Это один в один аркан повешенный. Да, наверное, похоже. Данила, я тебе точно говорю. Убийца разбирается в тарологии. Надо Лике об этом сказать. Как ты думаешь, лучше к ней зайти в отдел или позвонить? Она занята сейчас, скорее всего. Вы же сами сказали, что ее на труп вызвали. Ну да. Судя по состоянию сосудов и печени, покойник наш страдал алкоголизмом, вел асоциальный образ жизни. Последние пару лет, вероятно, бродяжничал. Следы обморожений, запущенные варикозные язвы. Отечность характерна для бездомного. Однако перед смертью он решил вернуться в лоно цивилизации. Помылся, побрился, сходил в парикмахерскую, даже ногти вычищены. Но только не говори, что его убила ванна или бритье. Причина смерти? Переохлаждение плюс конская доза алкоголя. Угу. А когда его подвешивали, он в сознании был? Скорее всего, нет. Он даже выбраться не пытался. А время смерти? Ну, где-то приблизительно между 10 вечера и полуночью. Точно сказать не получится из-за ночных перепадов температур. Ты предполагаешь, что он был полицейским? Да. Тогда взгляни вот на это. Врожденный порог сердца. Как он при таком образе жизни до сих пор живой, это отдельный вопрос. Однако с таким диагнозом в органы не берут. Да. Рик, глянь сюда. О! Ну, что не так? Вот, посмотри. Подплечники? Именно. Плечи подбиты. И вот, грудь тоже. А зачем? Для солидности. Чем шире грудь и плечи, тем внушительнее выглядит. Угу. Работа профессионального портного. И что вот в этом кителе любой хиляк будет Шварценеггером? Именно. А вот тут вот, посмотри, на вороте. Угу. И на манжетах. Ой, вот. А что это? Тональник? Я бы сказала, это профессиональный грим. Ну, такой чаще всего используется в театрах. То есть наш труп – обычный бродяга, да? Которого напоили, обрядили в полицейскую форму, привезли в лес, да еще и выставили на всеобщее обозрение, так? В лес, где 12 лет назад орудовал маньяк. Маньяк, убивший 4 женщин. Почему его привезли именно в этот лес? Чего молчишь, Викерия? Есть какие-нибудь соображения? Нет. Нет. Но тогда я продолжу, с твоего позволения. Я сделал запрос в архив. Мне прислали дело Терехина. Известного всем, да, как всеславский мясник. Так вот, здесь сказано, что пятой его жертвой могла стать ты. Все верно? Товарищ полковник, я стажировку проходила. Хотелось как-то проявить себя. И после дежурства вернулась осмотреть место происшествия. Но вдруг ребят что-то забыли. Одна? Да. Потрясающе. Нет, ну ладно, то, что ты с мясником встретилась, для меня вот это как раз-таки неудивительно. Удивительно другое. Как ты живой-то осталась? Ну, повезло, наверное. Ну, действительно, повезло. Ну, это же благодаря тебе его поймали тогда, да? Да. Потом ты показания давала, на опознание приезжала. Да. А вот когда тебе письмо прислали, ты почему-то это с Терехиным, ну, не сопоставила, да? Так Терехин умер, товарищ полковник. Я запрос делала, он в прошлом году погиб. Да-да-да, погиб. Я в курсе. Я тоже запрос делал. Погиб при попытке к бегству, да? Да. Вот только обстоятельства смерти, ну, чересчур какие-то мутноватые. Да и потом, заключение аутопсии мне так никто и не прислал.
Ну, что-то там завертелись, не смогли. Но у меня полное впечатление, что просто не захотели. Поэтому вот что, Давыдова, пока во всем вот этом мы не разберемся, ты будешь сидеть дома. Товарищ полковник. Не обсуждается. Да что может случиться-то? Да все что угодно. Я раньше получала такие послания, и звонки с угрозами, и письма. Как-то даже кошку дохлую по двери бросили. Так что ничего нового. Но почему ты не думаешь, что вот этот отряженный полицейский, это тоже может быть посланием? Тебе. Мы за ним зашли, как договаривались. Звонили, стучали, ничего не происходит, никто не открывает. Подождали еще, давай ломать двери. И взломали, а там никого нет, только записка лежит. Я просто не хочу никому мешать! Записка где? Вот. Так, Никита, стой! Так, тебе не надо этого делать. Давай мы все обсудим, обещаю, мы найдем выход. Да, все нормально, Григорий Васильевна. Все хорошо. Мы тут вообще-то репетировали. Что? Что делать по Чернышевскому? Лилька, как хорошо, что ты зашла. А Даниил Андреевич репетирует с ребятами иммерсивный спектакль. Пойдем? Не будем им мешать. Молодцы, хорошо. Я даже не ожидала, что у них так получится. Так, ладно, давайте еще раз. Встали. Нет, ну что, ты действительно не помнишь? Чернышевского в школе изучают. Лопухов узнает, что его жена влюблена в другого и хочет мешать их счастью. Инсценирует самоубийство, оставляет записку в гостинице. Все думают, что он стреляется на мосту и начинают искать его тело в реке. А он всех надул и умотал в Америку. Вот именно, да. Ты по делу? Да, по личному. Вирджиния, ну что же ты мне не напомнила? У нас еще дела. Оставляем вас, да? Так, ну и что за дело? Помнишь, ты говорил, что по тексту можешь составить профиль человека? Говорил. Вот. Мне нужно знать, кто написал это письмо. Это тебе? Да, вчера в сумке нашла. А сколько тебе потребуется времени? Дай мне сутки. Завтра к вечеру тебе предоставлю заключение. Идет? Да, идет. Спасибо большое. Только Олимпиаде не говори, а то она все отцу доложит. Скажу, что у нас было свидание. Что, Даня? Опять занимаешься профайлингом? Вить, хоть честное слово, не до тебя сейчас. Ну ладно, я ж помочь хочу. А с каких пор ты стал лингвистом? Все это ни к чему. Зачем книги тому, кто постиг тайные знания? И первая карта у нас. Суд. Его обещают устроить твоей подруге, она кого-то здорово разозлила, ей дают это понять. Вторая карта. Повешенный. Его оставили в лесу, чтобы продемонстрировать серьезность намерений. Но тут появляешься ты, весь в белом,
Ой, сори. Жрец — это моя карта. Символизирует мудрость и духовные ценности. А вот это ты. Ты у нас отшельник, интроверт, который закрыт от реальности и бежит от всего нового. И какой же ты скучный, Даня. Зато ты у нас очень веселый. Иди отсюда. Как скажешь. Ну что, вот он наш, покойничек. Опознали? Да, отпечатки по базе пробили. Степанов Владимир Кузьмич, местный, последние пару лет бродяжничал. Есть несколько приводов. Тусовался со своими приятелями в районе вокзала, там, где бывшие склады. Приятели опросили? А как же. Вот показания. Так... Дружки его говорят, что накануне смерти Степанов хорошенько гульнул. Ну, что у него вроде как появилась достаточно крупная сумма денег по их меркам. Интересно, откуда? Ну, якобы серьезный какой-то человек предложил ему дельце и выплатил аванс. А что за человек? Его увидел кто-то? Да, есть описание. Рост 170, волосы густые, глаза серые. Сам похож на портрет Шаляпина работы Кустодиева. Серьезно? Абсолютно. Ну, среди бродяг бывают бывшие интеллигенты. Ладно, ты, значит, займись этим Шаляпиным, пусть художники составят фоторобот. Хорошо. А ты что делать будешь? А я по театрам поеду, буду узнавать, откуда форма взялась. Понял. Послушайте, это недоразумение. Они уже полностью осознали свою вину и готовы принести извинения и возместить ущерб, в том числе и моральный. Да, да что там, я завтра лично сам отправлю ей пригласительные билеты на премьеру и бутылку шампанского, если, конечно, она согласится забрать свое заявление. А, и вам, и вашим сотрудникам, уважаемая... Многоуважаемая Гликерия Васильевна, если, конечно же, вы... Поможете уговорить ее. А, да. Соболев Константин Сергеевич, старший администратор. Гликерия Васильевна, голубушка, умоляю, не заводите дело. Ну, накануне премьеры это будет же просто катастрофа. Уголовное дело уже заведено, поэтому я здесь. Как уголовное? Ну, неужели невозможно обойтись, я не знаю, там, предупреждением, штрафом в конце концов? Человек погиб. О каком штрафе вы говорите? Топ, когда погиб? Она только вчера была жива и здорова. Я лично с ней общался. Так, подождите, давайте поймем, о каком человеке вы говорите. Лынская, разумеется. Сотрудница Музея народного творчества, чувство которой оскорбили эти Иванищев с Коноваловым. Ну, когда танцевали пьяные перед ней стриптиз. В Музее народного творчества? Увы. Но она была в полном порядке. Злая, конечно, как тысяча чертей, но... Я ее понимаю. Я расследую смерть вот этого человека, Степанов Владимир. Никогда не видел. Понятно. Могу я взглянуть вот на эту форму? Да, конечно. Пойдемте, я вас провожу в костюмер. Эльвира Юрьевна, на минутку. О, Елизавета Петровна, прекрасно. Я сейчас закончу и сразу займусь вами, хорошо? Это не актриса, это следователь из полиции. А, да? Вы извините, я просто думала, вы у нас
Императрица Елизавета. Было бы здорово, но нет. Могу я на костюм посмотреть? А, форма полицейского из спектакля «Убийство по неволе». Так она пропала. Я вам лично служебную записку на стол положила. Вы сказали, разберетесь. Простите, пожалуйста, у нас перед премьерой такое все вверх дном. А когда она пропала? 1,5 месяца назад. Сразу после того, как Остапенко уволили. Я думаю, он с собой костюмы прихватил. Зачем? А зачем Иванищев с Коноваловым голыми в музее плясали? Творческий порыв. Кто такой Остапенко? Так вы его видели только что, в фойе, на фотографии. Кстати, неплохой был актер в свое время, играл главные роли, но злоупотреблял, знаете ли. Я его терпел сколько мог, но вот когда он вышел пьяный на сцену и стал прицеливаться в зрителей из реквизита... Ему пароль и пистолет полагался. А у вас есть фотография этого Остапенко, а то внизу он в полоборота стоит? Конечно, все предоставим. Неужели он настолько допился, что все-таки... Давыдова, я не понял, ты где? Ты почему не в отделении? Занимаюсь расследованием, товарищ полковник. Отрабатываю Остапенко, это бывший актер. Была в театре, попросила домашний адрес, но соседи говорят, что он 2 дня уже в больнице с каким-то обострением. Ладно, раз уж начала, то ты заканчиваешь вместо этим артистом и быстро дуешь в отделение. Ты меня услышала? Слушаюсь, товарищ полковник. Никакой оперативной работы. Пока мы не выясним, кто тебе угрожает. Никакой. Ты все усвоила? Так точно. Я актер, а не убийца. Я даже колбасу не ем. Я вегетарианец. Я не способен никого убивать, поймите же. А при чем тут колбаса? Гитлер, он тоже вегетарианцем был. Разумеется. Вы теперь меня с Гитлером сравниваете. Да ни с кем я вас не сравниваю. Я просто прошу, чтобы вы отвечали на вопросы. Где вы были с 9 часов вечера 19 числа до утра 20-го? Здесь. Под присмотром больничного персонала. Даваться подробности считаю для себя оскорбительным. Каким образом ваша полицейская форма, в которой вы играли спектакль «Убийца по неволе», оказалась у Степанова? Так, я просто прошу, чтобы вы отвечали на вопросы, иначе мне придется вас задержать. Я сам Степанову ее отдал. Угу. И отдали ему аванс. Да. Зачем вы спрашиваете, если вы знаете? За что вы заплатили ему? Чтобы он меня подменил. Да, я совершил правонарушение. Но не из злого умысла, а от безысходности и любви к профессии. Какое именно правонарушение? Меня вышибли из театра, если вы не знаете. Знаю, знаю, почему. Это ложь и инсинуации. Так, прекратите, садитесь. Вас уволили. Что было дальше? И я заключил сделку с дьяволом. А у дьявола есть имя и фамилия? Звать Николай. Фамилии не знаю. Познакомились в баре, посидели, выпили. Слово за слово. И он мне предложил работу. Какую? Выступать в амплуа полицейского в его, так сказать, небольших постановках. Я должен был задерживать, штрафовать нарушителей порядка. Курение, распитие спиртных напитков, непристойное поведение. Это какое? Вы не представляете, какое количество народу в парке и возле рынка игнорируют общественные уборные. Я предлагал пройти в отделение. Потом соглашался на оплату за наличные на месте. Не поверите, я зарабатывал больше, чем в театре. Ну почему же не поверю? Самый большой заработок, конечно, выходные. Но... К концу недели я занемог, пошел к врачу,
Он говорит, обострение желчнокаменной болезни. Извольте в больницу, любезный. Сделают операцию. А как? Не выйти, подвести партнера, я не могу. И вы нашли себе замену. Ну да. Предложил Степанову стать моим дублером. Вы с ним были знакомы? Жили когда-то по соседству. Он какое-то время работал охранником в магазине. Ну, я подумал и решил, что сыграть роль полицейского для него не проблема. Дал аванс, чтобы он привел себя в порядок, объяснил, где и во сколько будет ждать его Николай. Ну, а потом с чистой совестью он лег в больницу. Не представляю, кто и почему мог с ним сотворить такое. Фамилия этого Николая Сомов, личность города известная. Проживает на Октябрьском проспекте, несколько раз привлекался за мошенничество. Имеет погашенную судимость. Собираю группу на выезд. Да, я тоже поеду. Да ты что, Давыдова? Собралась уже куда-то? Здравия желаю, товарищ полковник. Здорово. В кабинет ко мне. Бегом. Ну, давай. Заходи, смелей. Ну, вот он для тебя. Фронт работ. Сидишь здесь у меня в кабинете и занимаешься отчетами. Товарищ полковник. Я сказал, из кабинета мне не ногой. Позволь-ка. Кофе в тумбочке, кофеварка на столе. Разберешься. Подождите. Ну-ка, садись. Игорь Федорович. Я сказал, работай. Племянник у него балбес малолетний. Смотрелся сериал про пацанов. Ну и полез на председательский джип фару снимать. Ну, что с него возьмешь? Твою мать, это же он! Сомов, стой! Стоять! Стой, Сомов! Кто ж тебя, бать, я не научил, что в такую погоду на лыжах бегать надо! Держи его! Капитан, я же объясняю, я в принципе против насилия. Силовое решение конфликтов оскорбляет мой интеллект. Что ты говоришь? Слышь, Петь, мы тут с оскорбленным интеллектом столкнулись. Я даже в школе ни разу не дрался. Зачем, если можно договориться? А Степанов? А Степанова вашего я полтора часа прождал на входе в парк, но он так и не соизволил появиться. Я в итоге плюнул, поехал в Ладью, и весь вечер я провел там. Это могут подтвердить минимум 10 человек. А еще 10 человек подтвердят, что я до этого у ворот парка нарезал круги и высматривал Степанова. Зачем? Надеялся, проснется все-таки совесть у человека. Думаю, Сомов правду говорит. Алиби мы проверяем, но вообще мошенники обычно руки не пачкают. Это точно. Думаю, что Степанова напоил и привез в лес кто-то другой. Ну вот так и выясни, кто его привез в лес. Давыдову мне в это дело, чтобы не впутывал. Пока не выясним, кто стоит за угрозами. Понял? Понял. Так точно. Все, действуй. Ну, что, Давыдова, как ты здесь? Нормально. Нормально? А мы вот тоже выяснили, что Сомов вообще ни при чем. Да, только зря время потратили. Что твой эксперт? Ты же мне говорил, что ему сутки нужны. Ну, видимо, пока не готово. Нужно подождать. Не готово. Ладно, подождем. Все, давай, с этим делом завязывай. Поехали, я тебя до дома довезу. Да мне до дома тут два шага. Но это вообще не обсуждается. Так, товарищ полковник! Я вообще-то могу себя защитить в случае чего. И не позволю какому-то отморозку себя запугивать. Все, спасибо, до свидания. До свидания. Привет. О, ты что здесь? Гайкери. Так она ушла уже. Давно? Ну, минут пять как. Да беги, беги, догонишь. Спасибо. А? Библиотекарь.
Вика! Данил. Привет. Привет. Прости, задержался немного. Вот, держи. Готово. Спасибо. Хорошо. Ты как? Нормально, замерзу, только есть хочу. Да, драник как бы сейчас. Спасибо. Ну что ж, автор письма мужчина от 45 до 60 лет. Судя по тому, что глаголы преимущественно используют безличный, шизоидный психопат максимально дистанцируется от того, что пишет, и от того, что делает. Посмотри. Не я тебе устрою суд, а теперь будет суд для тебя. И не я убивал, а смерть ведущих сладкую жизнь, не преступление, а справедливость. Тему наказания педалируют, и наказуемые не преступления и поступки, а поведение. Это детская лексика, смею предположить, что вырос в неполной семье с авторитарной матерью. Социопат склонен к садизму, очевидно, наслаждается жестокостями, которые собственноручно же и творит. Вот такой вот человек будет пальцы отрезать и говорить, что тот сам виноват. Мол, мне очень жаль, но ты меня сам нуждаешь. Ты это все из письма понял? Ну да. Есть общие принципы типирования личности автора по тексту, формулы, которые используются в юридической экспертизе. Ну, плюс я использовал кое-какие собственные наработки, ну и мое увлечение профайлингом тоже помогло. В общем, я уверен, что профайл верный. Ну, только если, конечно, он не страдает синдромом множественной личности. А если страдает? Тогда нужно типировать каждого из его Билли Миллиганов. Очень круто. Знаешь, кого-то похожего? Ага. Ты составил портрет одного отморозка, которого я когда-то посадила. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, товарищ полковник. Здорово, Давыдова. Поговорить нам надо. Слушаю. Нет, разговор будет приватным. Пошли. Пошли, пошли. Поговорим. Давыдова, ты меня вообще слышишь? Еще раз повторяю, тело Терехина не нашли. Не нашли! Начальник охраны доложил наверх, что тот погиб при попытке совершить побег. Охранник типа его пристрелил Всеславского твоего мясника, когда тот пытался по льду перейти. А кто у них под этот лед ушел, они даже сами не знают. А если он выжил? Если он сюда вернулся для того, чтобы с тобой поквитаться, ты об этом подумала? И что? И что, и на работу теперь не ходить, что ли? Еще раз повторяю, ты отстранена от дела. Не нравится? Нет. Значит, ко мне в кабинет по собственному желанию и все. Увольняйся к чертовой матери. Значит, тогда будешь сидеть мне столько, сколько я тебе скажу. И выходить у меня будешь только с охраной, поняла? Угу. И сколько я так вот под конвоем должна ходить? Пока я Терехина не поймаю, будешь ходить. А я не буду прятаться. Это что получается? Я как преступница должна в заперти сидеть и трястись, как мышь? Этот гад, товарищ полковник, этого и добивается. Я ему этой радости не доставлю. Не нравится тебе дома сидеть? Нет. Я тебя тогда знаешь, куда отвезу? Где тебя вообще никто не найдет? Это приказ. Все, не обсуждается. Мне отцу только сообщить надо. А я уже все сообщила. Я сказала, что мы едем на дачу к моей подруге, но телефон там не ловит. Вот твои вещи. Я возьму. Ага. Спасибо. До вечера. Вот это к делу вообще не относится. Пошли.
я тебя заранее протопил? Заходи. Заходи, заходи. Че? Проходи, садись, сейчас стоишь. Сразу ключи. Тут кругом один лес. Об этом доме и месте никто, кроме меня, вообще ничего не знает. Неподалеку есть лесничество. У мужиков есть оружие, есть снегоходы. Если вдруг что-то пошло не так, связываешься с ними вот по этой рации. Они здесь будут через 5 минут. Поняла? Да. Так, едем дальше. Дом старый, но надежный, теплый. Посуда присутствует. Вода горячая, холодная. Микроволновка. Пашет здесь кофе. В холодильнике есть продукты. В общем, короче говоря, хозяйничай. Это вот еще что. Прости. Ну, ничего не бойся. Если что, то я на связи. Хорошо. Табельное оружие. На всякий случай, держи наготове. Хорошо. Все. Ну, с Богом. Дверь закрой. Давай, давай, давай. Товарищ полковник, все тихо, у меня печку топить собираются. Да. Да не беспокойтесь, все запру. Угу, до связи. Теперь нам никто не будет мешать. Эта штука не нужна. Она тебе не поможет. А теперь я буду резать тебя на куски. Что ты там шепчешь? Боишься? Правильно, бойся. 119, 120. Время вышло. Лицо в пол! Лёх, я сказал! Не дергайся. Ну что, голубь? Попался? Пакуйте, ребят. Так точно. Встал! Спасибо, парни. Пошел! Ну что, Гликерий Васильевич, ты как? В порядке, товарищ полковник. Ты реально, ты жизнь рисковала. Ты молодец. Ну, зато теперь по-любому сядет. А иначе покушение... Подожди-ка, давай-ка вот так вот сделай, да? А иначе покушение на убийство сложно было бы доказать. А мог соскочить, а? Так что риск оправдан, товарищ полковник. Это точно. Теперь не соскочит. И я тебя поздравляю. Ты молодец. Спасибо. Стой, ты куда? Нет, у нас тут лежбище Рахметова. Шамарин один раз уже присел, теперь пишет, как Пушкин. Стихами? Стой. Пушкин любил за конторкой писать. Это мы спектакль по Чернышевскому ставим, а у него Рахметов любил спать на гвоздях. Зачем? Ну, волю тренировал, скорее всего. А, Олимпиада Георгиевна! Никита обещал гвозди домой забрать, пока кто-нибудь еще не приобщился. Да, Данил Андреевич. Он сегодня зайдет и все заберет. Да, спасибо большое. Так, как все прошло? Все удачно? Да, как по нотам. Спасибо, Данил. Мы ведь до последнего думали, что мясник вернулся, и его искали. Если бы ты не составил профиль... В общем, все могло бы плохо кончиться. Я не понимаю, почему ты так уверен, что это не мясник? Мы ведь до сих пор
Не обладаем точной информацией, что за труп тогда выловили в реке. Ну а давай предположим, что он выжил. И вернулся сюда, чтобы тебе элементарно отомстить. Почему ты об этом не подумала, Давыдова? Потому что профиль, который составил наш эксперт, не совпадает. А если твой эксперт ошибся? Он не мог ошибиться. И когда прочла, поняла, что это Гапанюк. Смотрите. Это он обещал мне на суде голову отрезать. Гликерия, я пробил. Гапанюк сидит в тюрьме. Он на нарах, за решеткой. Зато его бывший сосед по камере освободился 2 недели назад. Я когда прочла, сразу созвонилась с начальником колонии. Мы почти час разговаривали. Кто? Соколов. Отбывал за убийство. Спали с Гапанюком на соседних нарах. Когда поступил, его начали прессовать. Он обратился к Гапанюку, тот за него заступился. В общем, Соколов теперь его должник. А это, товарищ полковник, съемка с камер видеонаблюдения недалеко от моего дома. Неделю назад. То есть ты что хочешь сказать, что Гапанюк зарядил Соколова, чтобы тебе отомстить и тем самым перед ним должок закрыть? Ты нам помог понять, кого надо на самом деле искать. А дальше дело техники. За Соколовым установили наблюдение, а дальше разыграли небольшой спектакль. Доброе утро, товарищ полковник. Здорово, Давыдова. Поговорить нам надо. Слушаю. Нет, разговор будет приватным. Пошли. Вы его видели? Вообще-то он тебе с утра из дому пасет Пинкертон. Головой не крути. Пошли, пошли. Поговорим. Начальник охраны доложил наверх, что тот типа погиб при попытке совершить побег. Подстрелили его. Всеславского твоего мясника в тот момент, когда он пытался лед перейти. А кто у них под этот лед ушел, они даже сами не знают. А если он выжил? Если он сюда вернулся, чтобы с тобой рассчитаться, ты об этом подумала? И что? И что, и на работу теперь не ходить, что ли? Нормально, не тихо. Во. Значит, еще раз повторяю, ты отстранена. Не нравится? Нет. Значит, ко мне в кабинет по собственному желанию и все. Нам было важно, чтобы он ничего не заподозрил. Чтобы он думал, что мы ищем мясника. А зачем было ехать в лес? Ну, отдельно стоящее здание легче контролируется. И во время операции нет риска, что пострадают случайные люди. Ну и воздухом подышать. В общем, Соколов в отделении дает показания, а я пришла тебя поблагодарить. А можно на этот раз без Кослинского литья? А то я вот первого коня еще не знаю, куда ставить. Ну тогда ты сам скажи, что ты хочешь в виде благодарности. Ну, давай твой пирог, у тебя отличные пироги. Пирогу мы тебе и так угощу. Хорошо. Ну, тогда надо подумать. Ага. Что, читаешь? Показания Соколова? Угу. Дал признательный по факту покушения. А по убийству Степанова? Нет. Нет, я думаю, он действительно здесь ни при чем. Если бы нам Степанова в качестве пугала оставили, наверняка бы ему голову отрезали. А так ни способ убийства, ни место с Гапанюком никак не вяжется. В лесу-то мясник орудовал. Каким боком тут Гапанюк? Ну да. И охотничьего опыта у Соколова не было. А ловчая петля сделана профессионально. Для этого навык нужен. Но получается, по Степанову все сначала начинать надо. Ну, получается, что так. Как он в лесу в ночи оказался, я не понимаю. А что его собутыльники говорят? А, так, это где-то здесь у меня было. Вот. Спиртное кончилось, магазины закрылись, Степанов сказал, все в порядке. Я знаю, где взять. Давай еще раз туда скатаемся. Зря время теряем, Лик. Мы здесь все посмотрели, нет тут ничего. Мы просто не знали, что искать. Проверяй. Ну-ка, тише, тише, спокойно. О! Ну и чуйка у тебя, Гликерия Васильевна. Ну не иначе, как степановская заначка. Тише, мальчик, тише. У вас все в порядке? Нервничает, зверя почуял. Нет, зверей здесь нет, разве что бродячие собаки. На собак-то он обучен реагировать. Я отведу его в машину. Пойдем.
Рядом. Ну ты что? Пойдем, машину-то. Подожди. С этого дерева Степанова сняли, так? Ну, с этого. А там тропинка от моста, так? Да. Получается, Степанов, когда шел по тропинке от моста к своей заначке, он мимо этого дерева проходил. А убийца его здесь под деревом поджидал? Не его. И не поджидал. Эта ловушка была не для Степанова сделана. Здрасте. А их опять для кого? Не знаю. Ну, собака же зверя почуяла. Так, Жень, нужно проверить всех местных охотников и выяснить, чья это ловчая петля. Интересует вся дичь, крупнее лисы. Особое внимание тем, кто был раньше замечен в браконьерстве. Хорошо. Угу. Хорошо, ну давай посмотрим, что тебе выпадет. Давай. Так. Раз, два, три. Восьмерка мечей. Это у нас здоровье и энергия. Здоровье сейчас точно не помешает. Василий, по-моему, решил меня в гроб загнать. Не, серьезно. Ты же еще не знаешь, что он вообще вытворил. На улице мороз. А он, видите ли, решил погусарить в тонких ботинках. Смеешься, да? А он теперь кашляет, как чахоточный. А горчишники поставить – это ниже его мужского достоинства. Ладно. Так, а это у нас восьмерка пентаклей. Пентаклей. Да. Это у нас благоразумие. Вот, благоразумия ему как раз и не хватает. Лечка, скажи мне, пожалуйста, а мужики, они когда-нибудь взрослеют? Или вот этот вот ветер в голове – это у них навсегда? Ну, в сочетании с мечами восьмерка пентаклей говорит о благоприятном исходе дела, если не поддаваться панике и минутным порывам. Понятно. И проявить настойчивость. Хорошо. Будем уговаривать, пока не согласится. Ему колтин пусть пропьет. Да я ему купила растворимые таблетки. Между прочим, очень дорогие, говорят, хорошо работают. Так. Лик, записывай. Григорий Ульянов, 2000 года рождения. Постоянная регистрация, Калужская область, село Новое. Сюда приехал на заработки. Причина пожара, по всей видимости, замыкание. Классика жанра. Бросили провод, плохо изолировали. Результат – замыкание, возгорание. А поскольку помещение легко воспламеняемые вещества, краски, лаки, полыхнуло, будь здоров. Покойник наш в момент возгорания находился в помещении. И, вероятнее всего, попытался спастись от огня через окно. А почему не через дверь? А пожар начался оттуда. Бочки с краской кто-то умный прямо под дверью поставил. Ну все, лень, матушка. Лом пронести лишних 3 метра и у стены составить. То есть выход оказался заблокированным? Именно. Думаю, он пока снизу хотел добраться до соседнего окна, но не смог, сорвался. Ну, собственно, все понятно. Аккуратно. Кроме того, что он здесь делал посреди ночи. Ну, не круглые же сутки они работают. А я думаю, он здесь ночевал. Это остатки матраса, насколько я могу судить. Серьезное? Экспертиза покажет. Послушайте, ну я же с вами на русском языке говорю. Никаких горючих веществ и материалов в помещении мы не храним. Они все складируются внизу у входа на объект. Я понятия не имею, кто и зачем их сюда перетащил. И несчастный случай произошел в нерабочее время. Какие ко мне претензии? Смена заканчивается в 20:00. Бригада покидает объект. Никого там быть не должно. Вокруг площадки забор. Ворота закрываются на ночь. На КПП дежурит сотрудник охраны. Если в нерабочее время кто-то находится на объекте, это к нему вопрос, не ко мне. Все? Все. А теперь давайте договоримся. Я сейчас вам вопросы задам, а вы на них ответите. Давайте. Если на объекте ночью никого не должно быть, откуда в помещении матрас? Какой матрас? Пружинный. Послушайте,
Я понятия не имею, откуда взялся матрас. Рабочие ночуют в общежитии. Я не знаю. Может, Ульянов как-то без моего ведома его туда протащил. Может, он этот матрас где-то нашел и потом хотел домой забрать. Я не знаю. Да, Михаил Андреевич? Да. Да, с полицией пока беседую. Нет, нет. Работать не разрешают пока. Развел бардак. Теперь вертится, как уж на сковородке. Смена заканчивается в 20:00. Конечно. Если вопросики задали. Че, мужики, перерабатываете? Да. По трое суток бывает на объекте торчим. Ну, когда оврал. А как отдыхаете? Там и отдыхаем. Ватники он побросали на пол, передохнули, ну и опять работать. Недавно вон матрас принесли. 100 раз просил. Поставьте бытовку, чтобы люди могли поспать в тепле. Какой там? Экономят на всем. Это ж денег стоит. Общага у черта на рогах. Пока доедешь, полночи пройдет. Уже опять на работу пора. Вот правда, иной раз проще пару часов на объекте переспать. А не мерзнете? Да не, мы тепловую пушку ставим. Ну, когда с объекта уезжаем, то электричество выключаем, естественно, от греха. Но этой ночью электричество работало. Это Гришка, наверное, включил. Мы-то думали, он халтурит сегодня, а оно... Он чего? А Ульянов подрабатывал. Так где он только не подрабатывал. Он же на дом копил, поэтому за любую работу брался. А что за подработки? Он не особо рассказывал. То там, то сям подряжался. Сейчас же строят много где, а он парень рукастый был. Ну, кому кирпич положить, где по столярке или электричество там. Вот недавно кому-то то ли эту вентиляцию, то ли климат-контроль ставил. А кому, где, неизвестно? Да не, говорю же, не особо разговорчивый был. Хотя, когда Петрович недавно его смен не досчитал, так распылялся. Так у Ульянова с прорабом конфликт был? Типа того. Гришка ему говорит, мол, жаловаться пойдет. А Петрович, куда ты жаловаться собрался? У тебя по документам здесь вообще нет. Так что ничего не докажешь. Угу. Там такой бардак на стройке. Странно, что это первый несчастный случай у них. Насчет несчастного случая я бы не был такой уверен. Нет. Вот здесь, видишь, черепно-мозговая травма. Он 10 метров упал. Конечно, черепно-мозговая. Такую травму при падении с высоты он получить не мог. Направление удара, видишь, сзади и сверху. А остальные повреждения говорят о том, что он упал лицом вниз. Да. Тело ничком лежало. Вот. Так что разбить затылок, да еще под таким углом, шансов ноль. То есть, получается, его кто-то ударил? Возможно. Тяжелым предметом с плоским дном. К примеру, банкой с краской. Возможно. А во сколько была получена травма? Непосредственно перед смертью. Где-то в районе получаса, между 10 и 11 вечера. Ага. Ну, выходит, не было никакого несчастного случая в результате преступной халатности. А скорее всего, еще одно убойное дело. А я говорила, что на этом дело не кончится. Я предупреждала. И вот, пожалуйста, это опять произошло. Что это? Ты что, не слышал? Еще одна смерть в колоде Таро. И я уверена, это убийство. Я считаю, ночью в башне случилась ссора, в ходе которой преступник ударил Ульянова по голове, оглушил и, может быть, подумал, что убил его и устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления. О, да, когда пожар разгорелся, Ульянов приходит в себя, пытается выбраться, срывается и погибает. Так? Так точно. Ссора по пьянке произошла? Не похоже. Следов алкоголя в крови Ульянова не найдено. Угу. И рабочие говорят, что он не пил. Да и на месте преступления следов банкета эксперты не обнаружили. Ульянова был конфликт с прорабом. Проверяем его алиби. И отрабатываем контакты, может быть, еще он с кем-то был в ссоре, или есть кто-то, кто желал ему зла. Ну что, молодец. Отрабатывайте, проверяйте все. Свободно.
Данил, я все поняла. Он хочет навредить Лилечке. Это ваши подруги, которые Таро увлекаются? Да. А кто он? Ну, тот, кто совершает убийство по колоде Таро. Он пытается скрыть убийство Лилечки. Подождите, так она же жива? Ну, конечно, жива. Как тогда, какое убийство он пытается скрыть? То, которое планирует. Его настоящая цель — это Лиля. А все остальные убийства — бродяга в лесу, рабочие на стройке — это все для отвода глаз. Ну, чтобы запутать полицию. Ну, как у Агаты Кристи. В убийствах по алфавиту. Помнишь? А вы вот об этом с кем-нибудь еще говорили? С кем? Василий вообще мое увлечение Таро считает ерундой. Ну, почему же ерунда? Таро — это очень даже неплохая проективная методика. Ничем не хуже метафорических карт, которыми пользуются психологи при работе. Помогает из подсознания вытащить важные вещи. Я и сам пару раз хотел попробовать. Ну, как-то руки не доходили просто пока еще. Данила, может быть, ты прямо сейчас попробуешь? Ну, сходишь к Лиле Альбертовне и попытаешься выяснить, кто может ей желать зла. Олимпиада Георгиевна, если вашей подруге действительно угрожает опасность, то нужно подключать полицию. Это ты на Гликерию, что ли, намекаешь? Нет, она меня слушать не станет, я даже пробовать не буду. Давайте, я с ней поговорю. Да, Олег, привет. Я хочу тебя увидеть. Да. Давай, в парке через час. Я обещал подумать, что я хочу в качестве благодарности. Так. Я подумал. И что же? Мне нужна ты. Согласна стать моей девушкой? Ненадолго. На один вечер. Я даже не знаю. Это касается подруги Олимпиады Георгиевны. Она таролог. И Олимпиада думает, что той угрожает опасность. Жутко переживает. А я согласился помочь. Так что мы с тобой идем к тарологу как клиенты и во всем разбираемся. К тарологу? Да. А вдвоем можно? Как пара можно. Это как семейный психолог. Ну, пойдем тогда. Кофе, чай? А, кофе, пожалуйста, для Лики. Чай, да, Данил? Да, да. Будьте добры. Спасибо. Итак, вы хотите сделать расклад на будущее? Да. Знаете, у нас сейчас сложный период, и нам нужен совет. Очень нужен. Ну, должна предупредить, что карты не всегда показывают приятные вещи, но зато не врут. А вы не боитесь? Наверное, не все клиенты хотят слышать правду. Всегда есть недовольные, но дело житейское. А скандалы, угрозы, физической расправы, нападения, бывает такое. Я просто в полиции работаю, а мне Данила говорит, что у меня профдеформация. Никогда такого не говорил. Но думал, я следователь, я вижу. Ну, скандалить пару раз пытались, но до угроз, слава богу, пока дело не доходило. Вообще у меня спокойная клиентура. По сравнению с городской поликлиникой, так вообще просто рай на земле. Я 20 лет проработала в регистратуре. Серьезный опыт. Да, поэтому меня напугать сложно. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут с вами получается. Так. Ну, кризиса в отношениях я не вижу. Кубки — это... скорее переезд, смена места жительства. Вы никуда уезжать не собираетесь? Да, я как-то пытался вернуться в Москву один раз, но остался из-за Гликерии. Я взяла с него подписку о невыезде. Могла бы и не брать, я бы все равно не уехала никуда. Серьезно? Десятка пентаклей — это очень хорошая карта. Означает энергию, полноту, насыщенность жизни. Ой, с этим у нас вообще нет проблем, да, Витя? Вообще. Тройка пентаклей — это работа, но в личном раскладе
указывает на новый этап отношений. Вам предстоит сделать решающий шаг и перейти к более зрелым формам союза с партнером. А это, простите, каким? Более открытым, более доверительным. Старший аркан, жриц. Смотри, на тебя похоже. Одна из лучших карт в колоде Таро. Очень сильная и позитивная. Символизирует изобилие, скрытые возможности, интуицию. Я же говорю, на тебя похоже. Служит ключом к таинственной истине, неподвластной логическому мыслящему разуму. С моим начальством, к сожалению, таинственная истина не проканает. А еще эта карта означает терпение, великодушие и умение прощать. Вам повезло. Спасибо, да, я знаю. Двойка кубков. Ну, это любовь. Это карта прояснения ситуации. Вы поймете нечто важное о своих отношениях, но для этого вам потребуется серьезный разговор или избавление от иллюзий. Бояться не надо, это необходимый этап. Отшельник. О, это моя карта. Замкнутость, эгоцентризм, ригидность. Со мной тяжело бывает иногда. А мне все нравится. Да, а еще эта карта символизирует независимость от чужого мнения, поиски истины, путь к себе. Поиск истины – это наше все, да. Здесь не поспоришь. В целом. Отличный расклад. Олимпиада была права. Вы очень друг другу подходите, и карты это доказали. А скажите, а расклад можно на что угодно делать? Вас что-то еще интересует? Да. Я вот повышение очень жду. Обещают, обещают, и все как-то вот. Я про него хотела бы узнать. Люди приходят с самыми разными запросами. Например, одна клиентка ко мне целый год ходила за раскладом на благородную плесень. На что? Ну, хотела знать, приживется ли на сырах голубая плесень. Или не приживется. Да, и вот я ей каждую неделю делала расклад. У них с мужем ферма и сыроварня, так что вопрос насущный. А это та сыроварня, которая за Монастырской находится? Да, она самая. А, кстати, сыр оттуда вы попробуйте все-таки. Ну, должен сказать, что с плесенью все в порядке. Да, Зоя сказала, что после того, как им наладили систему вентиляции, сыр стал созревать как положено. Лика, просто пикантные сыры не очень любит, а вот я прям острые люблю. А не знаете, они случайно Рокфор не делают там? Вы знаете, я не очень разбираюсь. Ну так что, вентиляция сделали, и что, эта клиентка к вам больше не приходила? Зоя почему? Ну а как, плесень прижилась, все, вопрос решен. Или она, может быть, просила расклад на что-то другое сделать? Очень интересно, что вы об этом спросили. Я как-то не придала значения сразу, а сейчас думаю, как странно. Что странно? Последний Зоин визит. Это было во вторник. Она пришла поздно, в районе 20:00. Ну, это вроде не слишком поздно. Ну, это для вас и для меня, но не для Зои. На ферме встают в 4:00, а ложатся они вместе с курами, поэтому... И пришла она такая вся на нервах, без звонка. Это точно во вторник было? Мне нужен ваш совет. Зоя, успокойтесь, присядьте. Да. Что случилось? Может, вам валерьяночки накапают? Нет. Сделайте мне расклад. На что? На ситуацию. Так. Ну, давайте посмотрим. Так. Колесо фортуны, дьявол. Карты говорят, что ситуация действительно серьезная. Ну, конечно. Что мне делать? Я бы сказала, проявить волю и действовать решительно. Видите, паш мечей. Это карта решительных действий. Не поддавайтесь страхам и слабости, и сможете разрешить ситуацию благополучно. Это точно. Это то, что говорят карты. Сделайте еще один расклад. Мне нужно знать наверняка. Зоя была сама не своя. Я уж не знаю, что у них там случилось, но после того, как я ей сделала расклад, она выбежала, как будто за ней гнались, да шапку забыла. И это в метель.
Я не очень заговорила. Ой, нет-нет, вы что, очень интересно ли? Но нам пора. Мы, кстати, можем завести вашей клиентке шапку. Мы как раз мимо поедем, да, Данила? Да, мы как раз будем проезжать мимо. А мы давно хотели на эту сыроварню, и рекламу видели, и мечтали все попасть, да, и как-то мечтали. Не складывалось. Да все не складывалось никак. А тут такая возможность. Угу. Ну, да, почему нет? Спасибо вам. Спасибо. Вам спасибо. Вам спасибо, да. Данила, мы молодцы. Ой, еще какие. Слушай, я думаю, что Полей связаны с обоими делами. Смотри, в понедельник недалеко от фермы туристы находят тело Степанова. Так. Во вторник Зоя Полей в великом волнении бежит к тарологу, делает аж два расклада, а потом убегает в метель, забыв шапку. И через несколько часов погибает Ульянов. Рабочие из его бригады сказали, что как раз недавно он кому-то заменял вентиляцию. И Лиля сказала, что Полей себе недавно сделали систему вентиляции в сыроварне. Да. Не думаю, что это совпадение, уж очень все одно к одному. Лилия Альбертовна сказала, что на ферме рано спать ложатся. Поехали, надо успеть. Давай. Значит так, строишь из себя столичного гурмана, дегустируешь сыры, расспрашиваешь про плесень. В общем, зубы им заговариваешь. Сколько про плесень расспрашивать? Думаю, минут 30 мне хватит. Я пока смотрю, с персоналом поговорю, потом наш подъедут. Давай. Давай. Значит, вы... И за животными присматриваете, и за фермой, и на складе. Не тяжело? Ой, еще как. Пока до дома доеду, с ног валюсь. И потом утром тоже на ферму. И так каждый день. Ну, платье-то хоть хорошо? Да платье неплохо. Как будто только еще вовремя все время. То сейчас до сих пор не заплатили с того месяца. Говорят, денег нет. А насколько мне известно, дела вроде бы хорошо идут. Ага. А вы их слушайте больше. Так-то оно, может, и ничего. А на самом деле-то хозяева все в долгах. Не везет им что-то. То одно, то другое. Вот сыры портились. Но вентиляцию починили. То вот сейчас волк на ферму зашел. 4 коз уже зарезал. Ну, хозяин ходит с ружьем, ловушки ставит, только ничего не помогает. Хитрый зверюга. А ловушки, это же, как мне известно, не очень просто. А Зоя Михайловна говорит, у него батя охотником был. Ну, видать, научил. А почему бы в лесничество не обратиться? Игоря бы в два счета с этим волком брать. Ну, а они же в санинспекцию позвонят, и что? И ферму закроют минимум месяца на 3. А скажите, кто вентиляцию делал? Просто я дом строю, мне бы тоже хорошего мастера. Сейчас не беда. Ну, Гришка. Он вообще такой. Мастер на все руки. Так он на стройке работает. А сюда хозяин его на выходные приезжает работать, да. Вот вчера должен был прийти на склад. Проводку делать, только что-то пропал. Угу. А это перчатки хозяина? Да. А что, почему спрашиваете? Мы можем прийти в дом? Мне нужно оформить ваши показания. Голову аккуратнее. Вот так. Долго да. Еще? Надо, конечно, лабораторное сравнение образцов провести, но готов спорить, что это вот та самая веревка, из которой изготовили ловчую петлю. И краска на перчатке, думаю, совпадает с той краской со стройки, где убили Ульянова. Не пойму, это что, козы так пахнут? Или тут помер еще кто-то? Это сыр, Паш. Интересно получается. Люди дрянные, а Рокфор делают хорошие. Данил, ты можешь в машину пойти, подождать меня там?
Только пакет хорошенько закрою, а то потом выветриваться неделю будет. Да, дорогая. Итак, вы пошли в лес проверить ловушку и обнаружили, что вместо волка там находится человек. Да и когда пришел, он уже мертвый был. Давно. Я бы все равно не помог. Почему полицию не вызвали? Из-за жены. Да это просто несчастный случай. Ну, никто здесь не виноват, ну. Ты поставил ловушку. Как ты думаешь, кого они обвинят? Ты сядешь в тюрьму. За убийство сядешь. А меня ты хочешь одну оставить? Ты этого хочешь? Тихо ты! Че ты орешь? Чего я не хочу? Ты обещал, что бы ни случилось, ты меня не бросишь, что мы будем вместе. Ты не можешь так со мной поступить. Ты не можешь пойти в тюрьму. Пожалуйста, обещай, что ты будешь молчать. Сделаем вид, что ничего не случилось и что мы ничего не знаем. Ему все равно уже не поможешь. Зоя, ты такая простая. Прям никто не узнает. Да пусть висит у нас в огороде труп. Откуда они узнают? Пока снег не сойдет, они его никто и не увидит его. Обещай, что ты будешь молчать. Пожалуйста. Хорошо. Если бы не эти блогеры, все было бы хорошо. Черт их понес в этот лес. А Ульянов, он обо всем узнал, да? Да, он слышал, как мы разговаривали. Потребовал денег. Он сказал, если заплатим, он будет молчать. Но гарантий-то никаких. Сегодня он молчит, а завтра в полицию пойдет. Или еще денег потребует. И снова, и снова. Так может никогда не кончиться. И вы пошли за советом к Лилии Альбертовне. Я просто не знала, что делать. Да я ей говорил, не ходи. Она говорит, карты показали, надо действовать, все получится. Получилось. Вы договорились встретиться с Ульяновым на объекте, верно? Да, там ночью никого нет. Меня там не было. Муж один пошел. Как один? А, да, один. Вы были вдвоем, Зоя Михайловна. На месте происшествия криминалисты обнаружили ваши следы и отпечатки пальцев. Интересно, как? Там же все сгорело. А вы меня просто пытаетесь подловить, или как там у вас это называется? Сгорело не все. Ваши отпечатки были найдены на бочке с краской, которой была заблокирована дверь. Это я просил ее помочь мне передвинуть бочку. Тяжелая была. Сам не справился. Мы передвинули и ждали Ульянова. Вы одна? Да. Муж сейчас подойдет. На, пока. Пересчитай. Ну что, пойдем? Да. Да. Я буду все отрицать. Ваше право. Допрос окончен 23:45. Спасибо. Вот ты не веришь, а Данил Андреевич сказал, что благодаря картам Таро полицейские раскрыли два убийства. И ты считаешь, что Данила поверил этим гаданиям? Это не гадание. Это проективная методика. И, между прочим, Данил взял почитать популярную тарологию. А вот ты, Фома неверующий, ты бы у Лики спросил, как им удалось этих преступников найти. А ты, кстати, знаешь, что у Лики с Данилом роман?
улики с библиотекарем. Ты что, серьезно, что ли? Да. Лилия Альбертовна тоже так считает. Она им расклад делала. Да ладно, Дань, не будь занудой. Я тоже хочу себе сделать расклад. Ты же свой получил? Вдруг мне тоже выпадет что-нибудь приятное? Смерть. Ну, это и без того было понятно. Ты книжку не дочитал, что ли? В колоде Таро смерть — это очень хорошая карта, одна из лучших. Старший аркан смерть символизирует трансформацию. Открываешься новые возможности, начало новой жизни, которая приходит на смену старой. Новая жизнь, Даня. Не в метафорическом смысле. В самом буквальном. Новая жизнь в буквальном смысле слова. Новая жизнь в буквальном смысле слова. Новая жизнь в буквальном смысле слова. Старший аркан — жрец. Другое название — Иерофант. Жрец, Иерофант. Жрец, Иерофант. Это же очевидно. Это же очевидно. Разумеется, как же. Это же очевидно. Я должен был раньше догадаться. Это не смерть, это инсценировка.